Лайкать Минут на пост. 3-5 больше. Отстрелы живи, да, слышь. Хэштег ТСМИК. Да-да-да. Левекс Дудвест. А, или в стиме можно это еще, типа, тры-пыры. Точно, хэштег отстаивник. А? Не все же в группе в стиме вступили. Ну, это знаешь, как эти круги Эльдера. Кто-то там, кто-то здесь. Да-да-да-да-да. Итак. Что включаем первым? Какие у нас? Может, свободное слово может включать? Свободное слово? ТНТ включай. Сколько да народу свободу слова там, где... А, включи, может, пехотную, как-то дерьмо называлось, не помню. Хорошее описание. Нет, правда, давай, свободное слово. Паш, свободное слово, давай. ТВТ, Дикан, баланс. ПЗ. Помнишь, что Банзаевскую миссию? Про которую Да-да-да. А, вот на Фаудже Train Station, что ли, которая? А может, идем новый? Паш, давай свободу слова. Гоу танчики. На 31. Паша, включай дед машин. Там 35 человек надо. А что я присоединиться не могу, пишет неверный пароль. А, Мишку пароля не выскакивает. А, снизу есть такая кнопочка, этот пароль называется. Берешь, нажимаешь и этот, заходишь. Не, смотри, я выбираю серию, нужно присоединиться через удаленный. И мне сразу выскакивает, присоединение невозможно, неверный пароль. Кого там? Я даже не помню, ты проклят. А про вертолет вроде, не? И чё, кто куда? Точно, это та про вертолет. Да-да-да-да-да. Какое разбиение? Красные бои, ассасы. А как там по поводу пароля вы говорили делать? Я захожу и неверный пароль. Куда? Вот-вот-вот, то же самое. Да. Посоединение неверный пароль, а пароль ввести нельзя. Да-да. Куда, на сервер? Да-да, Паш. Я могу перезайти сейчас? Мы все прокляты. Я перезайду. Это правда. Не, у меня та же фигня. Принтскрин. Макс, давайте как по расписанию, то есть атаковать первое место должно отстрелить по МСВ. У нас уже 34 человека. Мы можем одну отыграть, а там уже, думаю, подтянутся. Тут 35 всего. Починилось, надо перезайти. В целом, если у нас 35, то можно уже по расписанию ставить первую миссию на 50 дел. Да, вообще, да. В принципе, да. О, Оракул. За первую миссию. И что? Иванчик. Какой-то. А Ник вообще еще проходит? Нас так-то уже 32. Надо. Не надо так делать. Еще МСВ подойдет. Что это было? Подпердывает. Сейчас вот и не заняли. Вот Блэ. Будет смешно, если сейчас на миссии неваляшки Паш, сервак я перезашел повесим. То же самое с неверным пароль. Я то же самое, да. В Wargame идите играть в Wargame. Паш, мы это пошли, пошли, пошли. Да, War Thunder. Паш, почини. Я не знаю, что надо перезагрузить, а ну... Мы я перезапустил. Я перезапусти сервер. А, сейчас. Чё там? Чат идёт. Оббификс. Давай начнёмся. На кого? Так, здесь играет оборона БСС. Отстрел МП и МСВ у нас атакуют. Давай ты мне снайпера, а я тебе стрелка дам. Конечно, я могу зайти. Трейн. Понятно. И так, тем самым не починил. Прайс, да? Ты починил то дерьмо, когда можно типа в вагон залезть и заранее документы унести? Нет, не нужно этого делать. Зачем это говорить? Никто до этого не делал. Ну не знаю, я попытался это сделать. А они там лежат? Не трогал их, но смог. Да. Скайп только дверь открывает. А просто... Ну, просто получше этот ящик поставь хотя бы. Ну да, просто ты из одного этого переделываешь, ладно. А сделать можно хитрее, смотри. Ты ящик берешь этот, его делаешь за границей где-нибудь в море ставишь.
Или вообще на каком-нибудь островке. Вера с гостями. И после с задержкой времени, как отработал скрипт, атач тут к этому вагону. Ну, можно вместе. Ящик просто будет висеть там в воздухе в вагоне. Ну, тоже никто не достанет. Да, тоже, да, да. Потом вниз опустится и все. Что такое неверный пароль? Неверный пароль. Неверный пароль. Чё мне пишет, как будто пароль, ну, сервер не запаролен, а у меня значка пароля. Попробуй через фильтр. Паш, через фильтр, ой, этот, Аздоник, через фильтр попробуй. Да, через фильтр. Да, через фильтр. Да. Да не кушмай. Курва. Я передал. Только третий, первый паблик. На четвертого всегда последним находится. Ой, все. Войти его за спасибо. Через задалённый так не получается, понимаешь? Трайф. Дрог, то, что ты мне сказал, я тебя понял. Окей. Я тоже примерно такое мнение имею. Что за меня? С чего вдруг Оракл поменял ник? А, в смысле? А Варакс и Оракл — это разные люди. Это разные люди? Да, просто Оракл не было на месте. По голосу. Да не чехи, Паш. Аварак словак слышат, да. А? Аварак словак или словинец, как там правильно. Ой, да какая разница, серьезно. Западные славяне. Не все одинаково разговаривают. Господи. Все они на одно лицо. Одна вера, один язык, один народ. Расизм от Аздоника. Только здесь, только сейчас. Так же, как у негров, да? Бесплатный без смс. Да-да-да. Кстати, а Гонза у нас восточный или западный? Я вот в этимологии не очень разбираюсь. Центральный. Я европеец. Европа. Главное, я европеец. А то. Главное верить в это. Гонза, после замены микрофона тебя что-то узнать. Его подменили, СБУ. А я все чаще замечаю песню Высоцкого, как там? Как будто кто-то подменил там меня или как было? 5 декабря. По сторонам. Надо в чат, наверное, спамку сделать автоматическую со всеми тимспиками. Хотя, наверное, не поможет. Кто это? Там? Паш, мы что, оборонен должен быть, нет? То, что а должен? Что должно быть? Аздоник, мы оборона, ёпта. Ну? 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 Ну, красный. А, ну, Трайн же, блин. Вы красная, вы Форекс. Вообще. А чё с нашим таким спеком? Работает. Кто-то решил сегодня устроить профилактику на сервере. Никому ничего не сказал. Просто взял и сделал. Базар. А вот эту нашивку стрел можно на новый ник сделать? Ну-ка, на чем? Так, берешь старый профиль, копируешь оттуда URL? Ну, нет, и... там же ник другой будет. А, точно. Что сделать, я не понял, пропустим. Ну вот нашивка, отстрел в игре. Шеврон. Шеврон. Ну, и чё? На новый ник его можно будет сделать? Ну, ник у тебя айдишник остается, по-моему. К айдишнику привязан. Да, он к айдишнику, а айдишник у тебя остается, он из стима берется айдишник этот.
Из меня ник. Из меня ник ты не меняешь, айдишник, тебе нужен только тимспик. Вот. Да, да. Тебе нужно сменить сам Steam аккаунт. Тогда изменится. Тогда просто копируй. Будет влияние. То есть ты можешь себе ников куча наделать, скопировать этот шеврон и играть под разными там. Его даже копировать не надо, там же URL указываешь и все, откуда он качается. Да. Главное, чтобы в URL ты был прописан. Я вот хитрожопое создание вообще со своего сервера беру. А вдруг в войнах? Ну если я не играю, значит сервер скорее всего выключен. Точнее наоборот, если сервер выключен, значит я скорее всего не играю. Мне похер на войну, я за мир. Блин, вот это гайцы с толку скинул. Ахаха, смотреть до конца? Нет, там гифка. Это пиздец. Это даже не смешно. Я чё-то вообще ничего не понял. Взят, а, всё, чё? Понял. Теперь понял. Ну такое, знаешь. Тормозят прикольно, прям на пешеходке. Там вообще похуй, они взятки берут. Да это ж эти азиаты. Там вообще... Я вообще не знаю, как там ездить можно. Все чисто на реакции. Ну они, видишь, только у грузовиков. Наверное, какой-то там на тяжелогрузы в городе, на ОК. У нас почему-то стало на одного меньше. С нашей стороны? Да. Предателя у нас тут хватает. Да и в красных не прибавилось. Ну, значит, какой-то призрак сохранял. Как прибавилось? Их было 14. Нет. Мы как будем атаковать? Чтобы ёлки были жутко чёрные, или... Чё? Возьми снайпер. Ну, да нет, аномальский не хочу. Лучший день. Хорошо, час дня поставлю. Сейчас будет ветер шуметь. А, аномальск, нет, пожалуйста. Это аномальск, детка. Угу. Возьму медика лучше, да, трубу обмотаю потом. Да, кстати, медик нужен. А если меня будут, знаешь? Как так? Кто-нибудь другой. Вот и нечестно. Ну, через фильтр не хочет искать сервер. А по IP-шнику не подключается. Лох. Такого не может. Ты же заходил уже. Ты че вышел? Вылетел. Читы включал, вышел, но хитрый занят. Ты фильтр отстоял вводил? А пинг там это. Убирал? Там, по-моему, какой-то дефолтный стоит, нет? А. Да, спасибо. Пинг? Ну, фильтр по пингу. А уже запустили или нет? Нет. Да, уже как или... Чики-бейки в банк. Чего тебе? Думал, ты ушел, пёс.
Слышь, Каркаш, забей место. Снова выйти. У нас даже анчар пришел. А что у вас снайпер в отделении не занят? Он вылетел, подожди, он зайдет. Никого не было. Ну на Мальске снайпер. Ха. И там же с горы как раз. Ну ладно. Это очень хорошая квалификация снайпер должен. Выше. В горы полюбоваться зато нужно. Смотря как будут бегать эти красные, да. Сейчас проверю, ничего не работает припиской. Бан. Бан, да. В чате что-то страшное происходит. Ты читал вообще? Баник всех. А у кого не работает приписка? Верст. Вайвер. Я Никс. Тебе представление менять проще. Да. Новая жизнь. Сейчас слушаем. Ты URL прописал в профиле-то? Да. Я и просто... Да, не парьтесь, может быть, вы про приписку отстрела, что ли? Да. Да. Да, она может быть сломана из-за того, что сайт не работает. Там на роутере что-то делают. У нас же работает. Форум? У нас работает шеврон. А. Шеврон может работать по причине кэширования. Ну да, тоже. Большая картинка. Ааа, вспомнил. А с какого фильма картинка? Какая картинка? Я даже ничего увидеть не успел. Какой у тебя мощный компьютер? Сам поражаюсь. Мощный. Мощь. Еще бы готовил. Ой. ДМР. Нормально. Хочешь, отдавай мне. У тебя там дистанция, это меньше километра, ну. 500 даже метров. Нормально, что с водой раш все время. На доминашке. Нет, ДМР Вейси не нравится. Ой, ой. И у Энджи. Она же даже еще легче, чем дефолтный. Так, что у нас с планом будет? Как мы будем заходить? По центру. Центр. Как всегда, белка. А мы можем с запада заехать? Запада с, имеешь в виду с Иона этого? Ага. А с другой стороны, вернее, да. С вас с горы, да? Да. Вот тогда белка в СУФ подъехал, бросил. Я не знаю, что белка твоя, но... Снова вот, мне вот, дают СУФ, да? Вот как-то вот так вот, белки если обойти. А чё, его разбанили, что ли? Давайте снова в бан. Я не белка. Я тоже подумал, напасть если с юга, они же удивятся на очень. Ой. Берега вообще. Но ни разу так не отковали, короче. Да, с берега, с дороги вот. Но с берега там постреливают со всех сторон, поэтому как-то... И кто там ждать-то будет? Блин. Какой-нибудь... А, они могут на другом берегу поставить дозорного тоже. Да. А так нас лес прикроют. Вся проблемка в том, что они, зная, там есть глюк, с тем, что можно из ящика брать. Забаним. Да. Все стороны. И что можно из ящика взять? Карту. Да, картошка. Ты залип. Кнопку отпусти, да. Чего? Отпусти кнопку. Залипай. Окей. А, из ящика. Поэтому я вот что предлагаю сделать. По крайней мере, у меня такая мысль появилась сейчас. Мы всю южную часть как-то там заслон делаем. Там не прошел никто. На машине не проехал, пешком не вышел. А, то есть ловим... Да, создаем видимость того, что мы типа атакуем, там вяло там обстреливаем их, сидим на горе, ждем, когда эти возьмут документ и поедут, грубо говоря. И мы их на пути...
Вайвер, а ты не хочешь на восточную горку перебраться? Кстати, а куда мы должны документы доставить? На черные точки. Вот эти прямого квадрата ион надпись. Вот здесь. То есть мы просто можем из круга, ну это из квадрата выбежать с документами. И спокойно уехать на одну из точек. Все. Не понял вообще. Я предлагаю СУ со стороны серой этой военной базы загнать. Серая армия баз? Да, взорвал. Как в прошлый раз. Да, так в прошлый раз. Вы хотите подождать, пока они документы возьмут или что? Да, я вот предлагаю именно это сделать. Туда суваться. Мне нравится. Они в ёлках сидят сейчас там, гады, везде рассосутся и будут нас отстреливать. Зачем нам это нужно? То есть это как-то вот здесь, вот где красная линия подходит, сделать заслон? Ну, грубо говоря, да. Ну, можно пораньше. А почему вы решили, что они туда поедут? Потому что туда их надо доставить. По их задаче, их задача в том скрыть вагон. А, в зеленый квадратик мир. Документ. Ага. Все. А, понял, а это мы в ион идем. Да. Понятно. Понятно. Помнится, мы где? Там. Белая. На белой метке ион. При этом заслон должен быть двухуровневый. То есть вот красная линия, это второй, это резерв. Железная. Это железная дорога. Скажем, где вот синяя линия, это понял. Первый уровень должен быть. Я думаю, они вот где-то на там, где развилка начинается, вот здесь, они уже будут охрану ставить. Вполне вероятно. Выбить ее. У них есть транспорт. А ее не надо трогать, пока эта машина не тронулась. Да. Иначе просто все похерится. С шкафом вместе. Они у них станковые. В общем, далеко на север не соваться лучше. А что будет, если, например, они поедут на пикапе, а мы сожжем его? Ну все. Без проблем. Да. А документы? Они нам не нужны. Они не горят. Рукописи не горят. Да. Смотрите, что мы можем сделать. У нас снайпер есть? Есть. Пулеметчик есть? Есть. Ну, в основном для снайпера задача будет. Суп на синие метки там где-то пусть курсирует, не заезжая в зону, чтобы его не выбили. Образно говоря. Обстреливают базу. А с западной стороны, где вот ИОН, с этого направления, из леса, может наш снайпер работать, то есть вот направление сейчас дам. Ну вот там вырос снайпер. Вон-то горка. Вот в эти два направления снайпер может обстреливать всю вот эту байду, не входя в зону, грубо говоря. Обрабатывать и, собственно, все засады там, которые на нас будут, и тому подобное. То есть. Ты что, снайпер лучше туда пойти? Жизнь. Не, да. Ну так можно я тоже, думаю, кстати. Я думаю, со своего места будет нормально все посматривать и обстреливать. Ну и склон как раз нам посмотрит, вот этот снежный. Лысый. Угу. Заодно. Просто посмотрит ту местность. Тогда же бегал там кто-то. Да, на месте. Варежка бегал. Разберемся. На месте у нас сумбур получается, никто ничего не слышит, все втыкают в рацию. Да, канал чужую. Будет, да. Я вот только не вкурил, Чарли, куда идет? Дорогу блокировать или создавать видимость? Да, мы сейчас решим как раз, кто, какой отряд, что делает. Слишком громкая мышка у кого-то. Тихо. Просто ты слишком хорошо слышишь мышку. Сам это свой мышку. Ну он реально это надо делать. Вот не надо вот это делать сейчас. А я заскринил. Так, ну смотрите, снайперы, кто суд берет? Во-первых, давайте решим. Белка. Ну, давайте. Если картошка берет СУФ, то твоя задача не спускаться на нем, не заезжать вниз. Так я понимаю, за триггером стоять. Да, если ты собирался куда-то уходить на своих двоих, просто его за триггером оставляешь, не внутри. А за снаружи и идешь там. А у них этот триггер он отталкивает или убивает? Убивает. Отталкивает. Весело. Отталкивает. А, ну окей. Я отталкиваю, после убивает. Снайпер, значит, идет на метки, снайперы идут на метки снайперы. Ну и мы делаем, значит, Браво и Чарли. Значит,
Что у нас? Рак на канале. Сейчас. У вас что, рисует опять кто-то? Рак на канале? В смысле? Да блин, у нас лагает это, маркеры. Позданик, это у тебя лагает. Это у тебя. Всех лагает. Ком говно. У нас все нормально. Шоу. Мы планируем. Обиделся. Позданик всегда лагает. Позданик. Я пытаюсь понять, тут самая многочисленная, наверное, Чарли получается, да, группа? Да. У них там два бота. Но если есть снайпер, можно тоже со мной на сую поехать, с той горы тоже стрелять. А ребята, снайперы, точка снайпа — это не точное местоположение. Да, вы там побегаете влево. Это сами... Это район. Здесь М8 у снайперов, кроме одного. Это дельта. Дельта. Да. Ну, то есть вы там приходите, сами ищете себе позицию, которая выгодно обработать. Именно вот я указал вам направление. По этим направлениям. Атакуете без предупреждения, без согласования. Пришли, засели, видели, увидели что-то там. Вы работаете, все. То есть ваша задача просто их им создавать проблемы. По вам работают, встали, поменяли позиции, ушли в другое место. Если нет возможности поменять позицию, отошли, спрятались из зоны видимости, вышли, отсиделись, нам доложили, что вас обрабатывают. Мы как-то там Суву, допустим, скажете, Сув поработает. То есть вот так. В общем, Чарли это будет передовой, первая линия заслон, а Браво будет вторая линия заслон. А Альфа? Сейчас. А, у нас еще Альфа, ну там это она какая-то совсем это маленькая. Мы. Это мы. Ну мы можем там, пойти... Там посидим. Где синяя точка 1-1-А? Это я, ты и Пит. Да. Да. Давайте тогда сделаем так. Альфа и Чарли. Это первая линия. Самая такая, да. Месиво, да, да. Да. А Браво будут самые такие у нас прокачанные. Если что, мы там обожаемся, они все-таки встретят. Угу. В общем, так. Угу. Я вот только не понял, Чарли какая линия? Первая. Белая. Чарли белая. Это те, кто умирает первым. Я не хочу умирать, я туда не пойду. Ну ты, господи, ну не умирай, сядь в елке, спиной повернись к елке, ее не пробивай. Здесь елки вообще бронебойные, их ничем не пробивают. Абсолютно. Я помню, с бэхи стреляли, а я в елке сидел. Раз на раз вот. Не приходят. Бывает пробивают, а бывает нет. Вот все всем понятно. Пули с смещенным центром. Они запрещены же женевской конвенцией, ребят. Обязательно, думаю, до тейгера растянуться, а да, там какие-нибудь люди хитрые пойдут. Да. Угу. На вот одного спустить. Мало ли похоже. Там метраж небольшой. Там склон, по-моему, просто резкий. Да, резкий, вот именно поэтому плохо видно. А в зеленой метке ботов никаких нет? Нет. Это вдруг там эти? Будто русские встретятся. Да не было там никого. КВшки нет? Да, и маршрут все видите, как мы едем, то есть мы не заводите. Там пешком дальше идем или как? Ну мы доезжаем до зеленого этого на машинках. Что там пешком? Ну, до зеленого квадрата на машинках, бросаем машинки там и пешком дальше уже влягаемся. Все. ДВшек тут нету, да? Запускай. ДВшек неизвестно, есть нет. Дефолт. А, как робот. Где бы там скрупы? Рюкзаки есть у кого-нибудь? Лайер, пошли, это суп займем. Конечно. Суп. Медик, наверное. Сейчас суп, сядем в суп. Прием. Каркарыч, Каркарыч. А мы на чем едем? Мы на чем едем? Окей. Один фул берет дельта. Да, ну, все равно в одном месте. Дельта, займи свой суп.
Я только не понял, какая частота? Так, с кого можно полутаться? У нас и там написано, там написано. Синяя добавлена. Че это было? Надо двигаться быстрее. Ладно, так, прием? Так, все, грузимся. Да, грузимся. Да, грузимся. Урал, Урал. Самый левый КамАЗ, Альфа, ну и все остальные. Самый южный Урал. Так у нас только Эпит. 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 Залезай в КамАЗ. Тебя ждем. Че это? Паша все слышал. Я не понял, что это. Репит, прям КамАЗе на выезде спас. Тогда взял другой суд, я вижу, он пулемет на себе. А, окей, ну ладно, он не знает. Если готовы, вы двигаетесь, никого не ждите. Ну, мы готовы, Паша. Да, поехали. Репит в этом КамАЗе. Не хочется опять бани сидеть, да? А то я могу еще ругануться. Метки я поставил. Эти там что-то свернули куда-то. Они колеса сломали. Снайперы. Мы по точкам едем, не по линиям. Что мне в Намальске нравится, это дороги. Они такие приятные. Дороги, дороги. Бросая так хорошо. Можно гонки устраивать. Займись. Я вот думал устроить гонку. Точкам, не по линиям. А. Не по точкам. А, ты не по точке поехал. Ты не туда поехал, ты не туда повернул, господи. Не по линиям, по точкам? По точкам, да. Это картошка сам себе нарисовал. Я не могу одновременно по рации говорить и... Скажи мне, ты пил? Только чай. Да нет. Только чай пил. Крепкий чай. Чефир, хоть. И ты не туда повернул, ладно. Едем, едем, едем. Я по точкам еду, но точки ставил тоже. Человек не очень трезвый. Я на поворотах их ставил. Надо ставить с интервалами, а не на поворот. Причем на поворотах надо ставить, а не где-то там вот в какой-то жопе. Типа поворот, и от поворота еще 500 метров. Ты просто...
вышло. Они по правильной дороге едут. Это пугает. Еще ничего не вижу. Приедем. Ой. Мы обязательно приедем. Еще бум фугас. Вот весело это будет. У меня причем только стекло выбито, а у меня зеленый весь. Ху, все колеса, все зеленое. Ну, так это работает. Дарма. Я без медицины. Как так? Потому что картодел решил засрать мне весь слот ГПшками, не дать рюкзак, и хотя я командир отделения, даже нет РВшки. Кто автор? Прайс вроде. Ага. Я, естественно, оказался очень жадным и решил оставить ГПшки. Вместо того, чтобы... Если нет рюкзака, то 4 ГПшки максимум. Я все решил оставить. Здрасте. Ты тихо, а то они сейчас настачку. Да. То они вылезут и протараним. А я ничего не вижу. Я тоже ничего не вижу, но. Ну в этом оправдание, я ничего не вижу. У меня стекло выглядит. У меня прав, нет. Если я кого-то задавлю, я не виноват, у меня стекло. Так, мы уже проехали. Мы уже поехали. Ты... А, окей, давай. Кстати, стекло можно выбить, остановившись. Отлично. А, по-моему, Сух не туда поехал. По-моему, Сух не туда поехал, нет? Сух на связи? Пулеметный Сух. Что они делают, господи? Так, ну все, мы на месте. У меня вопрос, почему пулеметный СУП на нашем, на нашей стороне? Ну, может, он поедет отсюда туда. Ага, часть это противника, да? Да. Yes. Я примерно такую подставу ждал. Давай выдвинемся, разведаем, посмотрим. Ну, этим и занимайся. Дыная повичка-то и заезжает. Ну, это слышно. На шепот перейдем. Нормальный. Я думаю, они опять по железной дороге попрутся, гады. Вперед ушел? Наверное. По
Паша, это Чарли подъехала. Че, машину оставляем, да? На краю? Да, на краю оставляйте, выдвигайте. Я до первой границы дышал, я, короче, с группой Чарли сейчас, наверное, как вы, вдоль дороги прошли? Вдоль железки прошли. Железки прошли, никто не стрелял по нам. То есть здесь вроде чисто. Дошли до белой линии, сейчас метку дам, да. Хорошо, тогда, наверное, Чарли отпущу вдоль дороги, да, там, чтобы они шли до белой линии. Да. Наверное, пусть дорогу занимают. Именно асфальтовую. А мы, Альфа, на железке будем. Ну мы же распределились уже. Да? Okay. Я же сказал. Там у нас Браво же самое такое прокачанное. Они в тыл кроют. Если что, страх. А с две дороги, железка и асфальт. Ну да, надо распределить людей между железкой и асфальтом. Ну вот, мы здесь, а Чарли внизу. Да, тогда так. Чарли держит асфальт, железку Альфа. Все, я им передал, они у дороги, я сам иду к вам по железке. Я на камушке поднимаюсь. Ноги, шею не сверни. Да-да-да, если не отвечу, то ищите трубу. У меня труба. Это надо. А, да, и сидим тише воды, ниже травы. Ты куда? Ушел на запад? Ой, здесь место такое хорошее. Ё-моё. В их настройках 4000 можно выкрутить. Послушай, ага. Погадали. Поздравляю, выкручиваете 4000 на настройках дальность видимости. Там что-то взорвалось. Нуклеер, ты забрался, да? Да, почти. Устал. Вижу эпит. Позицию поприличнее ищу. Ты с так ищи, чтобы... Да, с трубой. Да. Ты такую позицию займешь, чтобы можно сильно выстрелить, ой. Выстрелить я хотя бы в спину там, или... Да вот ищи, чтобы видно нормально. Появится здесь, внизу. Вот смотри, на моё... я сижу в елке, здесь прямая видимость вообще на железку, прямая вообще. Не здесь. Если чекать. По максимуму 50 будет по железке ехать. Я думаю, я смогу. Из РПГ стрелять крайний случай, если мы водителя не можем снять. А смысл? Ну, в том, чтобы остановить машину, выйти, выгрузить труп, забрать с него документы. А нам не нужны? Нам их доставить в черной точке. А-а-а. Брифинг читай. Елку. Нет, стоп. Когда мы уничтожаем технику, трупы могут вываливаться из машин, по крайней мере. Могут. А? Если она не сгорела. Да? Окей. Да.
Рупит, ты совсем спрятался? Он там, да, зад. Вижу его. Вижу. Если бы носочки ставил, все, все бы идеально было. О, блядь, так не видно ничего. Снайпер прям. На связи. Как у вас дела? Одного убили. Понял, если что, там в весь настройках можно 4000 поставить. Я встал. Да тут все под на ладони. Окей. Ну мы позиции заняли, если что, там их обстреливайте. Жизни не давайте. Все, ушел к себе. Хороший план. Че? Хороший план. Мне, конечно, не понравилось, что Суф с юга поехал. Ну, судя по всему, Суф убили. Ну, походу, да. Но он там долго жил. Относительно. Суф здесь, на канале есть? А он какой канал? Я могу связаться с... Марш? Картошка. Да нет. Согласен. Надо заткнуть дырку. На связи. Ты где находишься? Меточку. Можно сейчас меточку дам, да. Прикинь, я сошки на елку поставил. Я уже минут 10 так сижу. Жесть. Елки. Обозначил свое местоположение. Ага. Ну, нормально, заткнули дыру. Но я наблюдение веду по части больше в сторону AV, там площадочка такая, где могут пробежать. Ты услышишь. А если выше подняться, ты сможешь увидеть АВ площадку? Нет, в том, что они могут еще и пешком пойти. Да. Да я понял, я попробую сейчас вдоль линии пройти пешком. Задирается по градусам, поэтому его не видать.
Вот это вот меня больше всего пугает. КПВТ? Это ДШК, по-моему, этот оффроуд ДШК. Он, конечно, ломается на раз, два, три, но тем не менее. А, он из класса воспринимает на голову, точнее. Угу. Это ты написал? Нет. У Чарли это... Спроси, пожалуйста. Чё спросить, я на связи. Ну, по синюю метку. Меточка там, вопрос задам. Нужно вопрос, кто написал. Это Хуман ставил, да. Ему главное, чтобы дорога была видна. Чтобы водителя снимать, если че. Классный пулемет. Обожаю. Че? Классный пулемет. А, этот. МТВ-249 СОУ. МК-48. Да. Который 7,62 патрона. Угу. Сол это другое. Где они? Я хочу кого-нибудь убить. Ну я место свое новое обозначил чуть выше, но я говорю, слепая зона между моей старой меткой и... Да не важно, ты услышишь, там так топчется здесь траву ноги. Да и мы можем увидеть ту площадку. Ой. Каменную. С нашего места это посмотрим. Нет, там другая площадка. А я чуть ниже спустился, чтобы слышал. Нифига там плотность у тебя. Marlboro, Human, военный на одном месте. Боятся, им страшно. Или холодно, им они гаются. Да. Они обняли друг друга. Ну что там снайпер как дела? Снайпер прием. Как удела у вас? Что там, на базе движуха есть какая-нибудь? Полно. Они там все по базе бегают. И крупнокалиберный на горе западной где-то есть. И пулемет. А меточку можете дать примерно, где он крупняк катается? Чтоб если что ждать нам с того направления. Вы главное смотрите, если они пойдут по западной стороне, по горе, в наше направление, скажите, там метку дайте, потому что мы дороги держим в основном. Кто не крупняк был, то ПКМ был. Ну, понял, ПКМ, понял. А синие, на врага синие ставятся метка. Красные не ставят. Под огнем. Понял.
Там репит метку видел, ПКМ, он может на тебя, если что, там шугануться. Да, я понял, понял. Там где Верус раньше был. Ну, видимо, его уже там убрали. И они все на базе сидят, бегают туда-сюда на базе только. Штурмовать не вариант абсолютно. Уже поздно. Единственное, что меня не радует, это мой камуфляж. Вернее, его отсутствие. Я что-то так и не понял. Вроде ты ставил день, да, что-то вроде часа, а что-то не понятно, как солнце светит. Северо-запад. Наверное, мы на севере где-то. Далеко. Да, ради вероятности. Зима сейчас может. Ну как раз сука против нас-то играет солнце. Ну не сильно, на самом деле. И тут когда посмотришь на юго-восток, сразу поймешь, что охрененно сильно. Юго-восток? По-моему. У тебя солнце в другом месте светит. Ну да, но на юго-восток хорошо смотрится. Ничего не понял. Я сменю елку впереди, следующую займу. Там хотя бы можно лечь будет. Она групповая, на группу. Поменьше бегай. Понял. Не, фиговая позиция, старая лучше. Я с нуклеиром рядом. Греемся. И для сошек удобно. У меня же пинок есть. Метров до поворота. Поймай выстрел. Ну я для ГПшек просто. Это чё? Где? Трикозы летают. Арма упоролась. Снайперы, вы живы? Живые. Тут что-то там тишина такая гробовая. Пусть не постреляют так. Бля. А Суф вообще там у нас живой на противоположном склоне? Без понятия, с ним на связь не выходил, даже не слышал. Да, визуально вы его не наблюдаете? А где он должен быть?
Ну, на другой стороне метка там должна стоять. Суф зеленая, где хата плюс и там вот с этой высоты. Понял. Ушел к себе. Что там происходит? Да ничего не видят они. Снайперы наши, в общем, не видят СУФ. Непонятно там, что происходит. То есть у снайперов там тишина. Они живые, снайперы? Да. А сколько времени это есть? Кто знает? Надо почитать. А, я не вижу в заметках. Уже сколько, полчаса прошло. Да. Вау, так много. Ну, через 7 откроется. Сейчас кину Дезу им. Кого? Дезу кинул им. Сейчас немножко подождем и удалим. Пусть побоятся немножко. Кто-то бегает. А? Бегает кто-то. Что происходит, ребят? Смотрите с Чарли. Чарли спрашивает, говорят, вроде калаш. Это не калаш был. Калаш. На востоке кто-то ранен, на юго-востоке. Нет, это... Нет, говорят, на калаш похоже, это не они стреляли. Позиция Хьюмна на 320 метров. Так вот, это. Ну, Кэллер, ты пошел посмотреть? Я что-то зашел в среднюю елку назад. Понял. Если кто-то бегает, говоришь тебе. Ты сейчас хочешь? Нет. Они на месте, они все на месте. Они на месте сидят, не двигаются, враг двигается. То есть они между дорогой, железкой и дорогой? Я не знаю, ребята с да. Чарли не двигаются, я уточнил. Да, да, между дорогой и железкой. Они где-то очень близко рядом со мной. Репит там довожи их. Второму заслону.
да, Альфа? Все да. Стоят на местах? Да. Передам, что мы тоже надвигаемся. Враг, значит, передвигается. Паш, что нам? Атаковать или пока сидеть? Можно тише. Атаковать кого? Мы не понимаем, кого вообще атаковать. Куда идти? У нас стонающие нет никого? Нет. На юге кто-то стонет. Юго-восток. 160 где-то. Пальто здесь? Да. Я на ваших половинках. Блять. Сув кого-то спалил. А Сув что, захватили? Нет, у нас второй. Ближе ты, Тимя, перестанем, ходи. Кажется, кого-то выбили. На себе. Так, рядом. ТМК. Ну вот сейчас кто-то стонал. К вам я уже подходят? Противник 330 за камнем. Контактуй. Понял, понял, у тебя, сюда. Я подожду, все нормально. А, отступай, если есть возможность. Вглубь. Только нам краб пришел. Слышно? Кто это? Бонзай? Говорит Бонзай, а пришел к нам краб еще. Крабы. А что у вас за снайпер наверху? Вы его убили? У нас здесь на позиции? Ну сверху СВДшка была. Это ваша? Нет. Сверху на позиции репита убрал одного, возможно, СВД было. А, камуфляж. Камуфляж такой. Не Капкин, короче. Что-то я не знаю даже. Чарли запрашивает огонь свободный. Да, да. Нам нужно это. Мудаканы, иди кто среди нас. Че, Кибрики же с нами был, да? У вас на камне свои сидят кто-нибудь на камне? Да, да, да. Чики-байки не с нами. Он с... нет, я имею в виду... наша сторона. Я сейчас смотрю снаряжение, нет? Слушай, он прям на него наводил, он был на... Красный. На востоке. На востоке, да. На море смотрел, там чики-брики мне там личка, а потом появился краб, вылез. Он где-то на 120, на 140 где-то, скорее всего. Что с буду искать под елками. Блять, по мне. Откуда? Репит, ты долбил? Нет, ни в коем случае. На 290 докладывают с позиции Чарли. Кто-то из зеленые штаны, это наш, нет? Нет. У них такие зелененькие, да. Зеленые штаны это враг, да? Ну, у них еще и белые есть штаны. Вот кто-то я вижу в елке стоит и ушел в югу, поднялся к тебе, по-моему, репит наверх. Нет, это не он. Еще кто-то.
бежит к точке и спускается, он бежит. Это наш, это наш, это наш. Да. Это оливковый штан. Там Чарли докладывает, что-то сверху на 320 позиции бежит. Ну это наш. Наши. Наш. Наши маслят, наши. Помню, кто-то меня свой стрелял, не? Да. По звуку. Блядь. Ранили? Да ранили, конечно. Но это я вязался. Ну, сломали с ногами. С ногами. Ну, плохо, что мы спадали. Да не важно, они уже знают, что мы здесь. А, снайпера пилим. Снайперы пилим. Вы еще живы? Так он это, на КВшке нашей сидит. Вырост. Снайпера пилим. На связи. Вы на базе сейчас наблюдаете? Контакт какой-то двигается туда. С трубой, Паш, двигается к вам. Понял. В сторону ККНД краба двигается кто-то. А откуда? С севера. Войнет. Красную линию нарисовал быстро. Ага. Ну мы не увидим, там камни искал. Все, ну смотри. Это ты там? Ты это кто? Ну, Клир, это ты звук издаешь? А, ну я ранен, наверное. Понял. А, снайперы, так что там на базе? Они выдвинулись или еще бегут? По базе еще бегут. Нашел снайпера, работает. Понял. Я уже все. Так. Чарли, в ком-то работает. Как все сложно. Представь было бы эту ночь. Что? Представь было бы эту ночь. Да, это была бы жопа. На стрелке СУФ есть кто-нибудь? Ебать. Это лава? Да, это лава взрыв. Че, кто гранату кинул сейчас? Это лава. На метке Б. Паша на Г, на нашей. Враг, наверное. Картошка? Да, я на связи. Никого не задаю. Это вот как я нарисовал метку. Там кто-то враг закидывает. Контакт. Ты классно спрятался за мной, ё-моё. Надёжно. Где-то на Чарли?
Отбой свой. У нас на вершине осталось. Репит еще живы? Репит. Так. Враг встанет, я его убью. Репит, походу, вся. ЛПМ сейчас лутает. Угу. Короче, на высоте они все назад. На репите, да? Да. Я предлагаю делать сдвиг. Да, Чарли делаем тоже. Сдвиг. И Чарли тоже. А если сдвиг какой-нибудь? А сдвиг Браво делаем. Это интересно. В смысле? На горе. Наш или возле камня. Там наш. С эмкой. На западе наш, возле камня таятся. Понял. Oh, fuck, that hurts. Может быть, сместимся на второй рубеж, сузим горловину. Имеет смысл. Свяжись, да. Чарли. С Чарли свяжись и спроси, что они думают об этом. Чарли на связи? А, ну, давайте с... долбит по вам. Ну, по мне. Понял. Я отбивайтесь, меняйте позиции, в общем. Я лучше предлагаю сместиться на второй рубеж, сузить горловину и принять там бой. Окей, оттягиваемся. Давайте, оттягивайтесь, мы тоже. Отходим, Паш. Чё? Да, все, отходим на второй рубеж. Здесь как раз гора хорошая. Я на неё поднимусь. Блин. Где-то здесь. Там наш? Нет? Нет, в ёлках. Обхожу. Я в ёлках. Ищу. Понял, он там. Куда ГПшка прилетела? Где-то там. Как тут густо-то, а? Он буквально на склоне внизу. Чей?
убил в лицо прям. Вообще не понял где. Он возле дальше. Вот вперед, беги, 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 правильно бежишь он. Фига, он далеко ушел. А вижу, ё-моё. Так, ты где? Военный, ты где? Военные, ау. Блин, я потерял нашего бойца, где-то он тут. Рацию сними с ним. Ведь документа там не было, наверное. У них открылся не этот документ. Идут? С берега БКМ работает. Ты живой? Нуклеер. Нуклеер. Передай Чарли, чтобы делали сдвиг. Чарли, делайте сдвиг. Рацию вашу взяли. Военный, рядом, рядом, ползи, налево ползи. Делай сдвиг. Да-да-да, слышу, слышу, делайте сдвиг. Не на ваше. Нет, у нас уже, по-моему, всех убило, кто был медик. ПЗ, СУВ забирать? А, у нас два человека, только я и нуклеер. Так, нуклеер, ты где? Я отошел. Я походу КВшку всрал, я случайно выкинул, теперь подобрать не могу. Вражескую? Да. Ну, забей. Че? Забей. Интересно же, там аздоник. Не сойди нас, тут поехал. Едет, едет. Едет, едет. Откуда? Судя по всему, либо дорога, либо это. Чарли, машина едет. Что, СУВ? Да, ловите. Нуклеер метку, спасибо, да? А, окей. Это ты там, да, Вилк? Да, я вход далеко ушел. Да, я. Я тут так, на Вилк, все. Буду пытаюсь КВшку подобрать. Где-то тут кто-то сел. Хьюман, хьюман, хьюман. Я уже чуть не дал ему в рот. Чекай, я забыл ёлку, в которой я оставил КВшку. Ага, понял. Ты видел кого? Да только одного здесь убили, и все, пока что. Ясно. Но они идут. Нуклеер, ты, короче, пали ли с левой стороны в этот склон, потому что они могут там пойти. А я пока дорогу. Тут МСВ держит дорогу, я железку посмотрю.
уехал, спалили? Наверное. Медик? Да. Мог этому военному? Да. Смотри, на 340 вот в этом лесу и в, на горе враг. Назад лучше отойти. А, тогда открой назад. КВ взял вражескую, тебе отдать? А можно я подниму вражеску? Попробуй, но там враги есть точно. А они по дороге, скорее всего, не пошли, не побоялись. Стоит берег проверить. Это да. Есть там кто? Не знаю. МСВ, вы в центре же, как я понял, что здесь держать будет? Да, мы на черной линии. Ну, то есть железную дорожную и обычную дорогу вы держите. Да, мы тогда сейчас, ну, Крип на склон сходит, а я на берег посмотрю. Проверим. Принял. Так, ну Крис, давай ты на склон сходи, а я на берег схожу. А, окей. Если с берега пойдет стрельба, скорее всего они там идут, я по врагам стреляю. Да, это понятно. То есть я эту КВшку слышу. Пуэр, ты кого-нибудь из врагов здесь видел на берегу? Нет, на это, наверху. Все, они все там на склоне прутся, да, как я понял? Да. Понял. Ну, Клир, они, короче, все на склоне. Возле берега Пуэр, говорит, вообще никого не видел. Это свой был, что ли? Меня ранили. Плайера, по-моему, убили или ранили, не знаю. Из эмки кто-то стрелял. Приемный ключ. Да, слышите. Ну, я далеко. Где-то на побережье здесь, тут из эмки подработал по нам. Вижу Мальборо. Он живой? Да, Мальборо живой. Что? Темник убил?
Я нет, я с по мне из эмки кто-то отработал, и все, я в бессознанку убежал, в елки упал в бессознанку. Тут флайер был, я не знаю, что с ним случилось. Наш. Клер, что ты там последнее говорил? Я не помню. Не важно. Не вижу никого. О. Попробуй флайер найти. Врага пробуй найти. Да еще у меня, блин, морфина нет. Я сейчас без сознанка буду падать. А, вот он. Вижу тебя, Паш. Умер. Умер. ПМ у берега. Оттуда? Да, ПМ вообще. Сейчас морфином вколюсь. Буду парить. Паша, живой? Паша. Я живой, у меня сознание теряю просто. Понял. После того, где Мэффин кололся. Да я вколол, и он сразу сознание потерял. В процессе. Да. Я не знаю, укололся или нет, поэтому я могу опять терять. Или убили. ПМ, ПМ у берега, от тебя на 60 где. Понял. А может и чуть меньше. Здесь на берегу вроде есть враг, из РПГ я отработал, я сознание периодически теряю, могу терять опять. Ну, поставь на себя место, ты не останавливайся. Поставил. Николай, видишь метку ПЗ? Ушел к себе. Ну, Клир, вот я поставил метку и... Скорее всего, где-то вот там сидел. Один где-то сюда? Нет, ПЗ. А, окей, да, понял. Спускайся вниз. Блять, 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 блять. Теряю сознание. Что-то мне играть, удалось скинуть. А вот это уже плохо. Ах, партизаны! Я опять терял сознание. Тебе морфина мало? Но он не, он как-то багнул. Спускаюсь к берегу. Спускаюсь к берегу.
Николай. Военный. Медик нужен, медик. Метка Мальборо. Медик нужен. Военный жив. Николай. Так, морфин тебе в этой поможет или поможет? Спустился опять. У меня боль. У меня банальная боль. Ой, морфин. Я уже перевязался, у меня просто морфина не было. Нукулир живой? Тогда поднимусь наверх. Кто-то бегает. Так, все, мне вкололи. Это, видимо, у тебя. Все, спасибо, помогу, помогу. Че, мы пропустили, да? Ну, не знаю, наверное. Да, там, где нуклир был, прошел. Клир сбежал оттуда. Так, уже время кончилось. Ну, или время, да. Вверх. Так что нам даже повезло. Ну да. Кто выиграл-то? Ничья. По склону пришли. Как же успели. Кто сейчас? Кто? Или вообще вверх. Ладно. Прайс, он дошел, не дошел? 200 метров не дошел, там триггер. Время закончилось, да? Я просто написано, что победа, забрать документы, мы тебя забрали. Ну да. Где кто ПЗ? А, все, Миссия не так важна, парт 2 же в расписании. Вообще парт 2, ты парт 1 запустил, а, да? Да, 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 да. Я думаю, где тут слоты? ПЗ. Че-че-че. Кончар, я на тот, который прибегал, он как раз таки взял. Так я тут? Понес. Блин, я не убью. Да как он мог? Ты чё? Он же в такой же форме. Это, пацаны, МСВ, слышите? Это, чуваки, да. Вы сдвиг хотя бы делаете, ёлки-палки. Мы делали. За это за 50 центов играл, что ли? Да как-то незаметно, я как взял это, ну, рацию, так и вас и это, и полил. Так, оборона МС отстрелила. Ну, не все пришли. МП, а так БСС МСВ. Тут вот атака хрен поймешь. Атака красная. Ну, написано же. Господи. Чё, прайсуха, гоу? А чё, две БМДшки теперь? Чё, две БМДшки теперь? О, вы, а у вас будет там вообще эпик. Эпик, чё, эпик, что, эпик. Тогда я буду за ВДВ. ВДВ. Не, ГРУ. ГРУ это бомжи. Какой бомжи? Чё ты тут рассказываешь? Я смотрел. Нифига не бомжи. А чё за БМДшки? В чём их прикол там? Ну, они самые топовые БМДшки, но все БМДшки, как известно, горят. От пулемета. Да. Не-не-не, это те, что ли, с тепловизором, которые... Нет. Там не было тепловизора. Есть с тепловизором. Как, БМД 2 с тепловизором ведь? Блин. С вычислением дальности. Только для экипажей нет. Ну, желательно, да. Ну, клир. Там... Так, смотрите, желание. 85-й год. Ну такой клиент. Саян. Я тут не знал. Дай снайпера поменять. Да экипаж. Экипаж вы что занимаете? Лучше Ворона. Ворон. Просто там боты изначально сидят. Ворон. Там проблемы были. Тебе там Вествуд что-то хочешь? Что? Да, не Ворон.
Не ворон, а ворон. Ворон? Да. Ой, ворон, ё-моё, дурачок. Ворон, ты чё там? Ага. Так, по сторонам? Это будьте осторожны, если что-то пойдет не так, на нас упадут обломки самолетов. Mm-hmm. Карта дел ни о чем. Там 50-50, я не знаю, как это работает. 50-50. Мне кажется, или карта слишком чуть-чуть большая? Нет. Почему большая? Ты видел? Для теперешнего количества людей. А, в смысле это? Ну да, есть такое. Ну куда все делись? Ну клир. А ты миски поменьше не пытался делать? Так? Нет, не пытался. А краб тут? Ага, краб не тут. А почему? А почему? Поменьше не делать, там человек на 40. Не, меня интересует, где краб. АФК. Полный игнор, да. А вот он. Сейчас, наверное, у нас будут бомбы падать. Короче. Может, не пойдем? Отойду. Куда? На эти слоты. Вы сгорите. Ждем, я такой водитель. Ладно, пойдем погорим, короче. Гореть круто. Там по этой БМДшке один раз попасть надо. Да, а БМДшка ваншотится из пулемета, да? Броня просто так, для вида. Ну, если мы сгорим первее них, виноват Каркарыч. Mm-hmm. Mm-hmm. На командир ты, поэтому АПВ виноват ты. Mm-hmm. А с какого пулемета горит? Какого Каркарыча? Okay. Ну, 7.62. А у синих он есть? Да. Кого? Ну, у Лавки. У Лавки. И БМ-240 добавил. Че? А, не, зачем? Ну это не антуражно. Наша сцена скучная, у нас не будет классной музычки там. Тай-тай, там-там-тарам-тан-тан, вот это вот. Угу. Угу. Я помню одну твою классную музычку. Там не одна была. Сейчас это все нормально, я починил. Я разобрался. Здесь два гимна подряд. Что два? Да, это. Косяки карты для вас вспоминаем. Ага. Паш, а у нас за активацию голосом еще бан дают? Ну, как бы фуд такой. Сильно прям совсем активация? Ну такая. Постоянно? Нет, не на будущее, я знаю. Предупредить людей, в некоторых стоит. Нет, понимаешь, смотри, если она нормально настроена, она не мешает. Нет, а если, грубо говоря, как вот дышит, сопит, это вот уже мешает. Да, 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 да. Можешь бан. Такой уже можно бан давать. Где люди? Тут было больше. Видимо, да, надоело бегать по елкам. Такие елки дурацкие вообще. Бронеёлки. Сдалека так видно вообще. Эту гору. Черный ландшафт. Все видно, кто под елкой лежит. Тебе нормально с телевизором играть? Угу.
может, нужно. Я смотрю, была. 869 тысяч рублей машины стоит. Новости онлайн. Да. Чё там у хохло? Как там, где мегабайты? Сейчас музыка будет. У нас нет. Ну как-то. Ну. И зачем тогда её скачивать? Именно. Вот, за место музыки. Так долго грузить. Mm-hmm. Все. А, у меня же эта миссия скачана, е-мое. Да. Yeah. Мы же тестили ее вчера. Mm-hmm. А у меня скачана, но почему-то на загрузке завис. Типа Russian Invasion будет? Ну, типа да. А ядерные боеголовки будут? Нет. Куда говорить? Зачем тогда играть? Ну, по скрипту там одна из сторон выигрывает. Изи. Вот кто быстрее заспавнится и нажмет кнопку. Это интересно будет вместе. А что подразумевается под сектором? МП5, господи. Хорошо, что я в лавке. Хорошее оружие. Так ты же экипажник, е-мое. Тебя там спросили, что подразумевается под сектором. Сектор? А где это написано? В ограничениях и общей информации. Здесь я, видимо, забыл границу поставить. Сейчас я их обозначу. О, клуб сейчас будет. Банки. Да. Вот, вот так вот. 6 секторов идут, и каждый из них захватывается. То есть нужно... Нужно, чтобы один сектор был в этом. Не захвачен. Да, под нашим контролем. Я не вижу меток. А почему? Не знаю. Я тоже не вижу. Потому что не тот канал. Угу. Ну, грубо говоря, делите на 6 квадратов и все. Вот, вот так. Вот так вот. А синяя граница это которая? Это которая внешняя. А рейнджеры это кто? А рейнджеры это те люди, которые могут выходить за тейгер. Нет, это отделение это такое. Ну, второе. Ну, Чарли, да. А лавка не может? Нет. Отлично. А если рейнджеры сядут в лавку? Да. Я попрошу их забанить за нарушение условности миссии. Так они же ничего не нарушат. Лавка-то на без экипажа. Баги, гличи. Красная, секает. Наверное, в красной зоне. Не угадал. Тогда на севере. Нет. На юге. Где восклицательный знак? Это же очевидно. Они вам на голову будут сыпаться. Да, кстати, тут будут сыпаться на голову. Самолеты. Ты обещал самолеты. Не БТРы будут на голову падать, и БМП. БМД. Эти... Там, по-моему, на 2 больше, чем красных должно быть. В этом. В тайге. Короче, есть смысл из зоны выходить. Рук на канале. Давай. Точнее, у обычной пехотки, я просто не могу посмотреть, нету рации, да? Есть. Вчера были, мы тестили. Ну, в смысле, к тому, что к чему-то дым пользоваться, все фигня. Или это так? Да, это просто. Понятно. Там СБС большой, поэтому многие могут потеряться. Воу-воу-воу! Не надо, давай. Полегче. Что это?
Рейнджеры, вы тут? Да. Тогда вопрос, зачем вам идти на вышку? Если у нас в теге, тогда останется 3 человека. И лавка. Да. Почему 3? А группа Рейнджерс 2? Или ты имеешь в виду триггеров зоны? 6 зонах. Просто я смотрю, это самая высокая точка. 72-я высота. Там они, скорее всего, БМДху поставят, наверное. Скажу по секрету, там спавнится ГРУ. Это с прошлой миссии. Ну так а зачем тогда рейнджерам из зоны выходить, если они не могут? Блочные, чтобы оббежать. И БМДху они там не поставят, там очень плохой просмотр из-за леса. Короче, скажите, понятно. Где сгореть лавки? Пишите, что стартуем. Где сгореть лавки? В общем, держим зону, да, я так понял. Там на место не держим дырки в заборе. Да. Хотя они могут свои дырки наделать. Да. А что, здесь дырки есть? Нет. Забор даже есть? Забор есть, дырок нет. Только почему вход. Нет? Задел. Сделают. А у них дырка есть? Ну, у них есть БМД. А ты задел дырки? Обычно? Мне не надо было сделать. Куда лавки ехать? Мы будем кружить. Вангард, вставай. Встань возле подъезда, лавка. Вы сиди. Бабка придет, на тебя сядет. Ладно, короче, я знаю, что будем делать. Рандом. На лавку ставим на байк. Идем рандом по триггеру. Не получим бан. Оружие какой-то разнобой. Почему видимость такая маленькая? Почему у нас нет танков? Ну да, почему у нас нет ядерного оружия? Почему нас авиация не поддерживает? Нас бросили? Нас бросили? Потому что у нас только DEFCON 2, только режим объявлен. Да. Нет. Может хотя бы что-то поставим? Точно. Разумно. Сидим тут как эти. Собираются из территории выходить, что ли? Кроме рейнджеров. Нет, для внешней группы стоит поставить внутреннюю. Зачем? Одна частота общая, все. Ну, крик включить, добегать, все равно не поймут, откуда кричат. Звук сразу вот отсюда. Хороший способ дезинформировать. Причем всем сразу что-нибудь переговаривать. Нам надо было так сделать на предыдущей миссии. Да, меня бесит, что если какой-то объект кладется под елку, под куст, то его больше взять нельзя. Так же и с минами работает. Можно. Там 90 на 10. Нет, слушайте, срубить килку. Почти всегда можно взять, просто на это надо убить много времени. Ну это, это да. Там пиксели, точку, 5 пикселей. Сработает, да. Я так один раз вообще поломался. Гранатомет. Че? 7-е у них? У них? Я не помню. 27-е. 27-е. Сколько всего в сумме? Вот. На самом деле у них очень много. Yes, там еще в БМДшке куча лежит гранатометов. Не баланс как-то. Я на самом деле не помню, надо сейчас проверить. А нет, я не проверю. Это я не в текстовик писал. Ну я проверю. Они еще есть тепло. А, не, они ж. 8 штук. А, Ну, Клир, напиши, что есть, Клир. Напиши, что есть, Клир. Пусть будет страшно, да? Да. Честно, честно.
Главное не придраться. Я не помню, выключал или нет. Я говорю, честно, я не придраться, ты не знаешь. Короче, это у них 16 RPG в BMD-шках. Нехило. Дурно. У нас живые кто-нибудь останется после залпа все этих, этих 16. Если они подумают, обстрелят. И тут я понял, что надо поменьше. И по 2 в каждом отделении. То есть всего 20. Да. Надо поменьше. Это нам надо будет 20 раз с Каркарычем вернуться. Нам хотя бы один раз надо вернуться. Желательно. Ух, ё-моё. Чё-то я переборщил. Ну, это напоминает. Даже камера есть. Может взять, выехать и... Точно. Встретить. Камера. Лицом. По ним. Как, у него 240. Кто говорил, там пробивает. Ангар есть на этой базе, где мы должны были? Ну, дофига. Пока ты будешь там рожок расходовать, пробивать, тебя уже 20 РПГ прилетит. Ну, Флир, и большие ангары. Ну, есть. Самолетные ангары есть. Каркарыч, встаем в них и ждем, когда труба отработает. 130. Я по-другому не хочу выжать, мы сгорим. Ты что? Что? Стартуй. Ладно, Каркарыч, будем гореть. Паша, отлично, да. Да я там читал просто. Статейку читал. Так, пытаться. Так, смотрим на а небо. А есть ли смысл? Смотрим на небо. О, полетело говно. Если что, бегите. Ой, мама. Вторая мировая. Сейчас можно на лавку сесть. Нет, сейчас. Откуда эти мухи? Такое ощущение, что они обосрались. Сколько вы? Да, и пока они собрались улететь. Особенно тяжело кукурузникам. Паша, добавь ивы. 76. Пожалуйста. Ладно. Специально для тебя. 10 штук. ДВшка нам нужна будет или нет? Дай мне. Буду использовать как рюкзак. Мы же на дефолт настраиваемся. На нет, у нас КВ база есть, нет? А я не вижу. А кто на этой КВ? Какое отделение? Окей. А какая дефолтная? Да. Столько мяса сгоревшее. Рейнджеры, кто из вас рейнджеры? Нужны рейнджеры, правые ребята, рейнджер. Ты рейнджер? Написал. А ты рейнджер? Тебе зачем? Не а, нужен куда твоя... а куда твоя лавка поехала? Аллах Акбар, дядь. Соседний, рейнджер. Соседний двор поехала лавка. Рейнджеры, рейнджеры. Так, что-нибудь рейнджеры, полезное здесь рейнджеры, есть? Рейнджеры. О, РПГшка. Седой, ты рейнджер? Седой. Кочегара, ты рейнджер? А, 1-1-C, да? Ну, клир! Да. Какое отделение? Рейнджеры это кто? 1-1-C? Вот эти бомжи, вот эти вот. У них отечки на каске. Отечки на каске, что? Да. Где тут труба еще была у людей? Может быть так мало. Короче, рейнджер, нам нужен один рейнджер, быстрее, ребят. Не дам. Рейнджер, один рейнджер, всего один. Okay. Могу бинокль дать только. Ой, дай мне с него пулеметик. Седой. А дай седой. Мне седой. 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 Дай мне седой 14. Ты хрипишь. Так, все, позиции занимаем там. Дайте мне одного рейнджера, мне на наблюдение. Чистоты... Чтобы было. А мы рейнджеры вообще, я не знаю, что мы. Кто мы кто?
Кар-кар, этот молчит, какие-то чувачки, что за чувачки? Верни, пулемет спиздил. Чувачки какие-то. Кто? Каркарыч, Каркарыч, вырастили. Во, все, вернули. Кочегар. Гос с нами, кочегар. С нами, гос с нами, кочегар. Ты рейнджер. Ты элита. Ты боец, гос с нами. Все, погнали. Че, куда мне? Элита. У них 4 GPS. Ты выдал сломанный GPS, скорее всего. Мы что занимаем? Оборону где держим? Они, короче, видимо, заблудились в тех соснах. Не могут найти базу. Че GPS? Это школа так. Или бункеры держим? Вопрос. Вообще на этой частоте кто-нибудь живой есть? Да. А какая частота? Скажите, пожалуйста. Я написал. Написал. Сосы. А у нас в ящиках что есть? Лопата. А как GPS может не работать? Сломанный есть GPS, есть. Да? И там GPS? Вытомах, сломанный есть. GPS. Допустим. Лавка за какую синюю зону не может выезжать? За внешнюю. Все, понял. Картодел, это как оскорбление звучит. Слушай, может мы это? Чего? Это здание разрушается? Вот это там. Казарма. Ну, вообще да. Тяжело, да? Короче, сейчас вокруг нее эти расставить хаймеры внутри запереться, чтобы не простреляли. Окей. Можно, кстати. Ну, они будут ПТУРом сюда зарядят один ПТУР, один единственный по крыше, и мы все, мы готовы. А у них их 4. Да? В каждой БМДшке. А у них их сколько? Две, по-моему. Всего. БМДшки. Может, на здание какое-нибудь залезть? Сидеть там. Ну, есть пожарка, есть школа, есть больничка, есть бункер, есть. Смысл в том, что туда только гранатами закидывать можно будет, либо залезать. А иначе как ты туда расстреляешь? Ну, та больничка, она разрушает. Но это надо не полиции, чтобы это того. Они, кстати, уже едут. Это так, к слову. А вот за этими мешками там что? Просто мешки? Просто мешки. Какой бомба упадет на голову или оттолкнет? Отталкивающий. Я профессионал. Самая тема все-таки это прижаться к восточной стене какой-нибудь, там, чтобы в морду не палило солнце. Да. Если занимать... Бежим туда. Восточный, там уже смотрим. В ангарах можно вообще сесть и не париться. Нас убьют. А так нет. Нас не убьют, да? Нет, смотрите, мы в ангар загороняем хамбики. Если они ломают ангар этим туром, он падает. А мы будем сидеть в хамбиках, то нас не убьют. Они вроде не ломаются. Нет, люди такие подбегают, открывают дверь и на полном ходу будем дальше взлетать. У меня РПГХ есть. На полном ходу я прям в борт. Окей, просто нет. А мы БМДшку услышим. Там есть больничка на востоке, на северо-востоке. Это очевидно. Да, с нашего тоже. Это да. 10 миллион казарм. Вот миллион казарм на, на юге, там просто они умрут. Пошли туда. Там их тысячи этих казарм. Они их казармы. Мы идем. На юге? Да, на юг. Быстро перебегаем в сторону там вышки. Тут миллион этих казарм. Слушай, эта трава насколько далеко прорисовывает? Ну, смотреть на нее неоткуда. Я тебе так скажу. То есть можно в траве лечь, да? Ну да. И превратиться в бревно. Прикинь. Да. Блин, во. Текаем. Не сижу, да? Палатки точно не ломаются. Они постреливаются насквозь. Я нашел место.
Не, надо же, чтобы они не захватили. В общем, я в казарму пошел. У меня барак. Тут кровать, пойду посмотрю. Зеленый крык скрытый, да? Ага. Овальный такой, как ангар. Понял. Сейчас я контрольный сделаю. Нормально, поставил. Кто-то психует. Все, я в казарме. Ты психуешь? У меня не это. По своим бьете, алло. Кто на пулемете за хаммером? Неизвестно. Таких тут нет. Они были только что, я видел. Скажите, по своим бьете. Иди на свой кого. Не знаю, сколько точно я дал маршруточку на себя, но да. Это же наша что-то едет? Да. Хаммер. Карыч, на КВ. Там какая-то синяя метка. А как ГПшный этот открыть сетку? Еще раз нажми Shift 2. Получилось? Да. Вот это уже БМДшка едет. Забор, скорее всего, подъехал. Нуклер, а вообще не должно быть никого из наших, чтобы они квадрат захватили или превосходство? На два больше превосходство. Понял. То есть нас, например, ноль, а их двое должно быть. И наоборот. То есть можно обратно захватывать. Кто ж так окна красит? Там один наш уже прибежал, двое наших
ни у одного РПГ нету, а и бегут к МБМДшке, вообще жесть. А оно близко к забору? Очень. Ну, да. Как это дело? Что тебе надо? Тепла есть. Ладно. У них тоже. Опа, один сектор под их контролем. Они, видимо, к забору подошли. Вот, ну. Не понятно. Я баб. Тут у нас одна кидает гранату. Кину. Вторая кидает. Он, наверное, хочет выбить БМД. Ну, можно теоретически. Да. А ГПшка можно? БМДшка сломала забор и задавила практически нашу. Где? Направление быстро. На юго-западе. Юго-западный угол. Че, они внутри, да? Я хотел стекло разбить. В общем, БМДшка сделала дырка. Дырку сделала на юго-западе. Это хаммер катается, да? Это лавка, лавка подъехала ко мне. Страшно. Они позади Хазар, видите, да? Куда подошло? Они вход пытаются входить, я их давлю.
Привет.
Блин, где этот нуклеир? Прикольно. Ну, Клир, а ты где умер-то? Меня так искал. Тупо убил. Меня так тупо убил. Лавка взорвалась, и меня, когда я находился в казарме, в 7 метрах где-то, меня подожгло, и я тут же сгорел за секунду. Так вообще тупо было. Я твой труп искал, я не мог найти. Ну, в казарме там соседний был. То есть я пропустил, ясно? Да-да-да. Умер. Блин, вообще как-то обидно было. Стреляй. Это входная комната в пистолет, прыгайте. Ой. Так. Почему при соединении невозможно неверный пароль? Через фильтр. Ниже, можно. Прыгай. Да. Пароль неправильный. А, ты через фильтр. Фильтр.
А, через фильтр. Что-то я просто чист в директ, понял? Кркарыч. Ой, блин. Верес не может в стелка. А кто тут атака? Синий. Так, отстрел. Атака написана же. Если синяки высаживаются, то что они в обороне? Ну, мы в обороне сидим. Там смаз видите, сейчас все увидите сейчас. Поймете, там особая такая задумка, интересная. А, это мы оборону. Не валя, пойдем за атаку, плиз. Атака МП, МСВ, отстрел. Оборона БСС. Кайф. А есть что-нибудь такое? Гардиона кома, короче. Да. Так, это как красная, да? Да. А, то есть... Что? Военный, слышь? Чего? Ты справишься с БТРом? Ну да. Кстати, Паша, если на этой миссии, когда мы еще будем высаживаться, бетер выгонят и, допустим, начнут это мочить по вертолетам, это будет как атака респу считаться? А, нет. Нет. Окей, хорошо. Почему нет? Ну, цель миссия... Даже лочат на нем. Сами прилетели. Мы не можем ему управлять, нас боты везут. Ну так это ж... Там. Ну хорошо. Цель миссии является. Да, да все, не будем мы его атаковать. Зданик, что ты такой пуканец? Да я знаю просто, это вашу сторону. Че, да, баланс? Я АФК, если что. Баланс. Может, одиночки все как раз перекатятся за синих, не? Да, как бы, а, не? Нихуя. Тоже орали, что одиночки. Там музыка классная будет, там музыка классная. Да, я хочу музыку. Там ее можно вырубать через параметр музыки. Нет. Да. Да. Там можно, можно. Уже да. Переделал. Уже да. А ты нетворк? Нет, нет. А, чё ты, бля? Это калининградская тема, ты не поймёшь. С Питера видел? Что ли, очень много, я не понимаю. С Питера видел? Ну вот. Хорошо, скатайся. С Питера он вообще не относится. Я понял, может, к Калининграду, не к планете Земля, не к этой вселенной. Я думал, на Бэшку можно. Блин, чё, гранатометчика забрали, это вот забрали, бля. Не, я возьму RPG, ты чё? Ну, го в паре ты, нахуй. Ну, давай, помощника бери, всё. Это по комнатам, совсем нет. Давай. Да. Так вот перекатимся к этим одиночкам сверху есть. Что делать, по-моему? Тебе скажи. Где 60 человек? Они ж были. Не было. Были. До лета они были. Все 60. Что, стартуем? 2 минуты. Наверное, кто-то закончил. В смысле? Что мне делать? Я с зимы тут. Ты миски начал делать. Забаньте радость мою, пожалуйста. Окей. За что? Может, нет? Он... Он. На слота прыгает туда сюда. Может, я так люблю делать? Ну, не люби. Стрельбом. Всем. Блин, бывает. У меня же есть эта миска, блин. Почему она скачала? Он ее обновил еще. Так мы же играли, не? Нет, потом еще вышел обновление. Картошка делал миссию. С белкой вместе. Юные гении картодельства. Что, вафлер? Картошка. Да. Нет, это Фоуман делал миссию. Военный. Миссия Фоуман это что? В чем смысл миссии? Только вот такую. Заметки открываешь, ты читаешь. Если читать не умеешь, идешь в первый класс школы. Унижен. Да,
Блин. Кстати, ну, с территории казармы ходить нельзя. Так, нам надо приехать в стрелку, убить всех. Мы на красном флаге. Да, они уже будут в стрелке. Они могут окопы нам построить, они могут... Юля, сайк. Какая дальность? Там есть... Там где тысяча. Я не помню. Не помню, не видел я эти... Пом забыли у них? Да нет, у них мин. Нет. Понял, хорошо. 2000, да, горишь? Да, да. 2, 3, 4, 5... О, лайс. Я знаю, куда я пойду. На каменный? Точка синяя туда. А постреливается стрелка оттуда? Да, RPG. В крайнем, в крайнем случае не туда, а вот... Дурачок, куда ты пойдешь? Да. Мы оттуда стрелять не будем. Потому что мы скулочные, мы закинем Аздонику прямо в церковь. А они там, думаешь, будут сидеть? Ну, конечно, где они еще сидеть будут? Большой, вот они вот тут закопаются стопудово. Сейчас меточки поставлю. Черная точка 1, большой и двухэтажный дом и церковь. Почему снаряжения нету? Потому что мне повезло. А чё у меня за RPG-то? А у меня вообще нет никаких снарядов, поднимаюсь, может быть, а то... У помощника, есть. Ну я тебя вижу, да. Не дай бог у тебя пропадет. Я тебе говорю, я прям там его пристрелю, серьезно, прям спал. Аналогично. Не валяшку надо пристрелить, не валяшку сразу. Ну да, если, я говорю, если RPG у меня пропадет, я тебя прям на спавне бахну. Я тебе клянусь. Я, между прочим, для вас благо сделал. У спитера рации не будет. Ну, у спитера рации не будет. Потому что спитер в рацию орет. Он то и есть, так орет. То есть ты по нику определишь, что не будет, ну типа сделал, что не будет вызывать рацию? Да, специально на спитера запилил. Ясно, да, врешь все. Ну, у спитера действительно не будет рации. Прикольно. А, потому что мы вонючая русня, которой нет рации вообще, я понял. А чё так не понимал? В смысле? Чем рации нет? Потому что 87-й год, алло. Ну и чё? Чё, ну и чё? Ясно. 85-й. Ну тогда, Збота, кто там командиром отделения будет? Збота, слутаете? У нас только на боте командир есть. И будет разговаривать сам с собой. Да, ну нет, почему? Ну что у нас там это не это? Тактикул, не? Ну чё тут думать? Вот сюда на высоту поднимаешься и все. Все как на ладони. Да. Или если очень хочется, то можно с маяка обойти. И хоп. Я вообще, кстати, не знаю, как атаковать здесь. Тактика войны на утёсе. Ты че? Пациент. Так мы... Понял. А еще там до канал отключен, ахаха. Доп. И мы можем вообще хитро поступить. Сыграть, типа мы супер-пупер мотострелки, и как у нас в нашей доблестной российской армии идет беттер, слева-справа пехотка, и да, бабы все подряд. Нарожают. Нет, что мне на самом деле так можно, но только если у них там нет каких-то ёба пушечек. У них 4... И тисла, да? Нет, 4 ёба пушечки. Чё они? 4 М? Эти 4 М? 4 РПГ-23. 72-х. А, откуда у них РПГ-23? Так она даже не бахает беттера, она только Паша убивает. Всё, беттер, короче, эти впереди будешь этот... Понял? Там надо малым очень холодом идти. Так смотри, М-72 убивает беттер, короче, там экипаж вздыхает, следующие садятся. И так, пока не дойдем до стрелки, короче. Отлично. А чё? Не, я согласен абсолютно. Ну, давайте, военный, тут всё от тебя зависит. Если будешь правильно подавлять огневые точки, то всё, всё будет нормально. А что нужно найти? Мысли найти? БТР, а пулеметиком во все кустики сажать, это они учили так в НСВ? Один. Нет, видишь, просто куст, на холме туда... здесь, с другого холма в километре оттуда. Какая разница? Дойдешь и до того холма. Короче, инфа нужна. В смысле, да тебя не убьют с холма за километр, у них М72, там метров 200, дай бог, в тебя попадут. Короче, пацаны, такая задача. Надо перестрелять, ну, либо набежать туда очень большой толпой, пострелять сколько-то, чтобы нас там было в 3 раза больше, чем их. Но у нас так. Же 13 на 13. Нет, нас побольше. Набиваешь 10 человек и все. Ну, что, вот, а насколько я помню, зона вот где-то вот такая вот. Стрелок. Кто-то стрелком в беттере был. Я
остров. Отлично, я тебе объясняю. Ладно, я знаю, просто тактика типа... Объясняю. Тактика БТР на Вейсленде. Закатываешься на горчик повыше и по всем стреляешь. Думаешь, что крутой пацан. Потом кибер-котлета приходит и тебе лицо ломает. Ты такой, о, блин, тварь, я подошел. Ну, на Вейсленде... Четыре. Я себя возражусь и опять всех буду нагибать. Да. Ну, короче, линии выстраиваемся и вперед идем, чё. Поддержка БТР. Можно под Сабатон или там, я не знаю, про что. Они, ребят, можно там вот домов, где они могут заныкаться, ну вот еще разве что третий, это этот, блядь, ферма называется. Смотрите, они за зону могут выходить? Ну они за красную линию выходить не могут. А, ну кайф. Беттер, короче, выкатываешься на метку Беттер, начинаешь работать по домам, по кустам, по заборам, то есть откуда могут высунуться, вообще лицо высунуться. Не может, жди. Откуда? Да, не жди, что там высунется, просто туда пару снаряд пуль пусти, другое сразу быстро переключайся на другие точки. Самое главное, еще у тебя будет справа лес, тоже там обработай быстренько туда, и как только Беттер начинает работать, подавил там где-то, наверное, секунд 10. Мы пехотой быстро бежим в стрелку, иначе нас их просто перехлопают. Просто перехлопают. Вы как там паутируете на своей точке? Вот. Дыма есть, кстати? Да, по-моему. Отлично, бежим, впереди там командир или кто бежит, впереди с собой кидает дым, бежим дальше. Метка Б2, метка Б2. Короче, вот можете туда зайти, там до хера этих... Ну, стенки из камешков, вот, закрепиться там, и можно уже прямо там в церковь с RPG закинуть. Так, да. Вот, тут, если вы на B2 зайдете, вас оттуда хер выбьет. Вы выше их будете, и у вас укрытие будет. Я хочу масление, давайте начинать. Я сдохну первый, но это пофиг вообще. Сами должны знать своих героев. Да. Тик. Поняли, как это? А ты Тейгер починил? Какой? На который убивал нас. Который нельзя выйти из базы? Да-да-да. Да нет, что-то 45 минут будем сидеть на респе. Окей. Закидывать гранатами. Так, ГП. Так, кто докинет? Единственная сложность, как синхронизировать. То есть Беттеров уже отработает, и мы пошли, у нас рации-то нет, по сути. Почему? У командиров отделения рации есть, у старших. А, есть, да? Хорошо, значит, с командиров ждем, когда командиры скомандуют. Отлично. То есть как сначала, смотрите, команда с Беттером связь будет же, я надеюсь, у Беттера рация есть? Ну, у нас же 5 минут ДВ есть, сейчас решим. У Беттера-то ДВ есть, пусть он ДВ настроит. Да, мы на КВшках выйдем на ДВ, Беттер начнет отрабатывать, скажет, что отработал снова город, скажем. Скажет, что отработал город. Мы можем во время того, как он обрабатывает, заходить, можем заходить справа, слева, с двух сторон отсюда. Да, и я скомандовать всем своим скомандуем, чтобы бросать дымы вперед. ГПшки, один, ГПшки, дыма. ГПшки, все там. Да, дыма и побежали. Просто ГПшки, бобы. Бобы и ГПшки. Значит, все. Если у них есть на стороне спитер, то мы одного противника выведем из боя тупо дымовыми гранатами. У него будет лагать очень сильно. То есть 2 FPS у парня будет. А учитывая то, что у спитера жопа рванет, там зона поражения, и человека 2 сдохнет. Зона поражения жопа? Ну, от спитера. Да. Спитер начнет гранаты под себя кидать. Так ты говна. Сам такой. Ля. Ой-ю. Аля. Та-т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 а. Так, слушай, ты меня слышишь? Военный. Чего? Ты меня слышишь, да? У тебя КВшка есть? Нету. Понял. Короче, смотри, у себя настраиваешь 50-ю частоту. Понял? Угу. 50-я частота, командир группы, это кто у нас тут? Каком? Частота 50, частота 50. Частота 50. Частота 50, частота 50. Да нет у меня ничего. Ну, командира должно быть. Возьми КВшку там. Вот командир сидит, ё-мо.
Вау, халявное радио. Так, есть на кого-то? Точно, это не можешь радио запустить. У командира вот там, слушай, на 100, докажи. На 100 есть группа, там у командира есть рация. Дальше, на 100. Дальше, дальше сидит группа на 100. Или у своего командира забери. Почему у нас нет гранат, ё-моё? А вот они. Всё нашёл. А дай мне можно? Нет. Я не могу ботов запутать, что за бред? Я выкинул их. Они уже прилетели, кстати. Паша, я не могу бота запутать. Давай, не можешь? Я тебя ещё... Ну, ранил его, в колено выстрелили там, чтобы он сознание потерял. Наш Советский Союз... Ой, бля. А. Да что? Не знаю. Прием, да? Зачем? Он не хочет, он не хочет лутаться. Слышно, слышно, как меня слышно? Чарли, это надо. Да, раз. Пятку сюда. Чё? Чарли, ко мне. Чё ещё? Браво, надо. Чё? Бессмертный. Дурак, долбоёб сюда, иди не стреляй. О, Леоя. Гей, урок. Все равно не лутается, его убить надо. Нет. Не через колесо, через из меню и снаряжение. У меня в сумке медицина. Ну вот, не открывается. Он сознание не потерял. Не открывается, потому что он не с него отряда. Только у своего отряда так открывается, когда живой. Значит, убить надо. Значит, добивать надо. Нет, у меня. Медика. Ну или пусть сам умрет. Тут я что надо? Надо-то. Кто не медицина? Кто не двигать? Не двигать. Да. Владислав, baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Не, ну в принципе вы можете снять с него рацию и положить его на землю. Я его заберу. Вот я калаш скинул с него, бля, беречь. Зачем ты мне жопой в лицо лезешь? Что? А. Я случайно. Там рации нет, скорее всего. Может, правда. Что? Он же командир. Не-не-не, командир не в кепках, он там на репите посмотрел, допустим. Так, что за бред? Военный. Тихи. Да, на потере связи. Аллах, Аллах. Да нормально, это близко. Да, алло! Кого? Пизду нахуй, чё за говно, блин? Угадайте, кого забаним. Валяшка, это нормально? Не знаю, что это было. Ну, нас атаковали синие. Да, уже. Какая разница, 5 секунд осталось. Все равно вот так. Какая разница, какая разница. Так, Арисова, да. Так, я пойду посмотрю, кто умер. Ворожок, он еще жив. Давайте его лечите. Радость моя. Где там наш этот? Блин, экипаж вылетел. Отлично, мы без беттера. Че, без беттера? Ну, Кулир, давай покажем, как надо воевать. Поехали. Куда, направо? Да как по плану действуем. Так наша пехота вся рассосалась уже. Так. А какая у нас КВ? 50. Ну, там он пехота наша стоит, часть. Да, вижу. Ну ты покатывайся к ним. Ну что, мы будем атаковать? Алло.
Да, вопрос, куда это и как. Моя. Это радость моя, я его кто убил, он не знает, кто его убил, я уже спросил. Алло, он живой есть? Да. Ша, бинокль есть у вас? Посмотрите отсюда маяк. Где маяк? Вон маяк на, сейчас скажу, где-то на 90. Вижу. Есть. С беттера кто-нибудь глянет, пусть маяк. Да, а, ну есть, или ты. Есть, есть. Чисто, чисто. Наверху никого нет точно. Я все-таки даже не представляю, где тут идти. Да мы тут сгорим. И, да. План какой? Также враж по центру летит, или все-таки. Летит со стороны маяка где-то примерно там, вот зелени. Пусть обстреляет, пусть обстреляет. С 80, с 80 долго. Странно, на командира не могу сесть. А, у тебя есть колесико? Нет, у меня просто вообще нет такого у меня. Ты подавил этого гада? Ну да. Так, ну что делать будем? Все, уже у меня рации нету. Я знаю. Я ты могу чё, только... Я могу только так, предложить да. БТРам уходить нам где-то все-таки, наверное. А, на КВ есть кто вообще живой? Есть. Какая КВ? Вы где? Мы метку сейчас дам. Скажу, высота 53. А, западнее метки 1-1-7. Высота 53. Так, западнее. Вон она, по-моему, 120. А не, вру, не 100. Да, 120. Мы по побережью пойдем через юг. Понял, вы побережье идете, понял. Блин, мы сейчас это через юг пошли. Понял, на себя оттягивать будем, хорошо. Значит, на себя оттягиваем и все. Окей, кто водитель? Кто водитель? Кто стрелок? Я водителем был. Ты водителем? Блин. Пыщ, пыщ, о-о-о. Ты водитель. Ты сел? Да. А, так, ну, так. Давай на северо-восток. Отъедем. Сейчас репит что-то там. Репит, что ты хотел сказать? А, нам нужно человека с рацией, чтобы с БТРом, медленно БТРом проходить, а мы за БТРом пойдем. Забираем, у нас ДВС. Че они сказали? Алло? Сейчас. Че они сказали? Ничего, я рацию ему дал. Так, БТР на ДВС. Начинайте движение малым ходом в сторону, наверное, этого. Ну, как было запланировано заранее, мы пойдем где-то позади вас. Понял. Мы пойдем обычно. Это выезд же там, да? А, справа. Слева. Возле маяка стоит такой маленький сарай, за ним прячется. Плюс подъехал трактор к маяку. Там двое с этим. Сарай. Сейчас я выйду. Стой. Налево повернись немного, немного, немного повернись налево. Направо, налево, как хочешь. Стоп. Бэттер на связи? Стоп, стоп, стоп. Да. Да, да, да. Поехал. И рядом стоит этот сарайчик, за ним двое прячется. Хе-хе, я сарай взорвал. Репит, вы там подошли? Да-да, мы за вами, за вами. Давайте продвигаться тихонько. На малом, на кью ходу. Угу. На Е, по-моему, нет? На Е быстро. Двигайте. Ты кричи, если мы убежали вперед. Окей, окей. Фу, база.
кидаешь? Продолжай, продолжай. Ты говори, когда остановит. Угу. Если кого-то увижу. Ой, церковь показалась. Возможно, церковь уже спереди видно деревня. Это разрушенная церковь. Продолжать движение? Да, продолжать. Ищите, где укрыться. Укрыться? Укрыться. Короче, пока да, деревяшки работаем. Слева который. Слева? Ну, на 11 часов. Угу. На 10. Стоп. Слева на связи. Риска. Да, на связи. 57-я высота на ЮГНК. 47-я, мы на ней. Понял, мы в Бетре едем. Сейчас будем двигаться на север. У БМП-2 зум большой, у ПТРа зум маленький. Проблема. О, командир доступен. Ну, это опять с этого базика. Это справа, по-моему, это... М-ка. М-ка? Это слева. Да, сейчас посмотрим. Слева. И невидимо соседнего. Репит, вы там подошли? Сейчас я этими дымами буду за. Я на маяк пока смотрю. Угу. И лучше не до деревяшки буду смотреть. Хорошая мысль. ГПшка. Это наш. Господи, напугал меня. Угу. Репит, тут смотри, слева от Беттера, если брать от него, не по дороге, а вот рядом с дорогой, такая гряда камней идет. Вот можно к ней пробежать, и вы сможете, вот к ней как раз пройти сможете. Если что, укрыться за ней можно будет. Я думаю, что к ней сначала подходить, а потом уже к ней. Ого, он ГП. Что-то ответка прилетает. Начинаем продвигаться ближе к БТРу. Нам звезда. Да нормально. Аль, пока. Летит! Это... Видимо, не нам. Не нам. Вы за БТРом гона не стоите. Мы за ним, но не. Да я назад начну сдавать. И подавлю. Или лучше вперед, я думаю, ехать. Всех накрыло. Мы без колеса. Все, уезжайте, работа состоит. Давай на восток. Я не хочу в город. 90, господи, мы почти без колеса. Восток. Здесь там никого не было. Сейчас отсюда и поработаем. Мы по кругу? Враг по-любому. Изи. Теперь обратно поедем. Угу. Катайся, короче. Я... Да. Ну как на БМПшке катались. Да. Впереди снайпер наш. Че? Спереди наш снайпер. Ну и ладно. Пулеметчик снайпер. Не волна дальний. Ага, не убиты. На бегу, наверное, кто-то есть. Ну, справа от нас. Группа репитом практически в точке Б2. Сейчас поедем обратно. Mm-hmm. Ну, по дыму проехались почему? Я знаю. Наверное, пару людей выставили. Mm-hmm.
сейчас будем уходить. Самое главное. Со спины прикру. Пошли, пошли, в городу, городу. Да, вот так. Свои, по-моему, попали. Мы сверху над головой работаем. Ты откуда? А они как выглядят-то? Американцы, синяя форма. Деревянный ангар. Он на маяке, который что? Не, не, который коровник. Сарай. Понял. Да. Так, 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 так. Просто давлю. Даже никого не вижу. Я понял. Хана дал. Топ слава. Вы знаете, кто-то бегает? Я знаю. Лолировал. Вообще так убило. А кто это, кстати? Кто бежал кто такой? Не знаю. Я узнаю. Ворон. Надо, ну, ворон правильно делает, знаю. Да. Водитель под БТРом. Да, я был. Да нет, сейчас труп под БТРом открылся. А? Саша, как ты умер? Что я? Как ты умер? В лицо ворон пришел и очередь выпустил, вот и все. Увы, рядом. А кто обстрелил по Нареспинас? Что-то я не понял. Да кто-то походу с маяка или что-то такое. Эх, я ж говорю, надо это переносить. Ой, своего убили, по-моему. Я мудак. Бывает, ворон, бывает. БТР Галима, он видит, куда он едет. Он взял меня, задавил и все мне переломал. Какой я снайпер? Главное, стою такой, целюсь, хлоп. Меня кит завалил, что ли? Пуп игрок. Ну репит. Репит. Да я вот что-то думал, что он это. Свой. Я... Он, честно, нет, я. Есть. Я предполагал, что там чужой, но вот что-то я почему-то не предполагал, что он там стоит. Бэтр, чё, всё, намертво засел? Нет, съедет. А там бэтр ни хрена не видно. Там так. Подожди, а я что-то не понял, а кто меня снял-то? А, вот. А, правильно, я гранату снял. Да, Паша, ты наводили, что ли, был? Да, да. Я в бэшку забил. Я поржал. Можно вторую волну устроить. Заботу затянуть. А что, не удалилось, что ли? Так нет. А что, кого-нибудь так, вообще нет, убили ГПшками и прочей ерундой? Да что-то такое ощущение, что... Ну, вообще так проредили. Убило, и у меня нет ботов. Да? Да, Филипп Василий. Я так понимаю, да? Господа, один муклир остался, да? Вон, да. А чё вот мне рубануть? Это миссия замечательная. А, это этот, как его, экипаж наш, который должен был быть. А, вылетел. Нас. Военный. Да, он вылетел. Военный, блин, всё правильно сделал. Audi FX, Tesla, Tesla. Видите, муклир вообще ничего не видит. Он на заборы наезжает, вообще ничего не понимает. Там, там же ни хрена не видно. Ну он уже боится окошко открыть. Может, только сейчас открыл. Как этот Вест тут живет, я не понимаю. Ну, блин, чики-брики случайно убил, сорян. Все, рубим, не рубим. А, тебе не бред. Пусть БТР убьют. Так, я бы. Сори. Сейчас БТР выйдет.
Вообще тут. Если не промахнется, конечно. Кто? Лора. Так, кит на машину. Там 72, такое. Общий регистр. Колесо ломает. Кто по нам на базе начал стрелять, я так и не помню. Тип с оптикой какой-то, надо узнать. Тут он на маяк залез. А как вы с БТРом еще умудрились стрелять? Ну, как сказать? Хуй знает вообще. На группу заехали, сувы застрелили. Ну, я сказал, что ну, миссия рассчитана на несколько другой баланс, тут мы один к одному практически играли. И на то, что с маяка не будут стрелять. Да, тоже интересный момент был. Так я не с маяка стрелял. Откуда ты стрелял? Наказали, наказали. От маяка, короче... Курва! А зачем ты стрелял по базе? Не по базе, я по БТРу стрелял. И это уже когда вы штурманули, не в самом начале. Слушайте, по нам в самом начале, когда мы сейчас распадали. Кто-то с маяка стрелял. Не, я там изначально не был, я... Деревушка, что там только один нуклир остался? Да, да. Как он тут убежал. Блин, он еще он меня убил, похоже. Да. Да. Он сейчас штурманет. Во, еще. А с Доника теперь положил. Блин, ну почему, когда я вот воюю, они не ползают, блин, по самым полям? То есть, что за бред? Почему я по лесам бегаю и какой-то... который легко расстреливает. Карма. Да при чем здесь арма, лол? Я говорю, карма. Я когда так не бегаю, на меня не выползают типы в чистом поле. Чувак, арма тут ни при чем, имеется в виду карма. А, карма? Ну, possibly. Да всякие армачи арма. Базами сбиты. Так при чем здесь апачи начали? Карма. Нашли. Да. Нашли что-то, как-то, как-то. А с Дони, кстати, стал, чтобы вы понимали. Да. Кит еще есть, блядь, пострелить. Вау, так это кит небось, а не хорошо опыта, слышишь? Еще кого-то РПГшка задел? Ну, меня убьет. Офигеть. Чё, он и кита убьет, наверное. Спецназ прям, нуклеет. Нуклеет. Рэмбо. Ты вас выпалили по нему ГП, что у нас Доник или кто? Тем более рядом с камерой кто-то сидит. Нуклир сидел, когда я подошел. Тут маяка на юге. Сзади тебя кто-то подходил. А, понял. Лесочек, понял? Да, а, да, да. Вру, не на юге, на севере от маяка ровно. Ну, я понял. Ну, там, короче. Это какой-то тотально сосало получилось. Не, на самом деле затащит Филипп Васильев. Ну, я своего брока забрал, я доволен. А вот если Аздоника бы забрал, ты был бы еще больше, да? Ну, Аздоник меня ГПшку как-то очень точно положил мне перед боссом, но он меня не покоцало, спасибо, великая богемия. Я убежал. Ой, куда бежит? Аздоник же там. Кривой Аздоника. Нет, ГП не кривое. Не кривое. Че, убил до конца его? А. Не ранило. Так все, коцан его, сейчас сдохнет. Неизвестно. Подожди. Ой, так сейчас кит к нему будет. Кит вообще куда-то ушел, вообще в другую сторону. А кто там к нему подбегает? Ну да, кит к нему. Не, кит правильно делает, он заходит с другой стороны. Коздоник сознание потерял. Блин, мне бы такую оптику, как у кита, я бы полкоманды. Он вообще не туда идет. Он ищет врага. Ну все правильно, он же не знает, что нуклир в отходе. Алис. Ему повезло, кстати, нуклиру, что он в кустиках упал. Да он, скорее всего, мой труп нашел. Он же не американец, который дает. Который с СВД 3 выстрела в ногу выдержал. Ну в ногу-то ладно, это черт. А Вест тут что, без ног? Да. Ну вот я в него 3 раза и попался сюда. Че ж ты в ноги-то стрелял, надо в голову. Так он перебегал улицу. Так он первый раз там Клир, попал, давай вставай. Во, очнулся, есть. Невероятно. Я с Доник очнулся. Так. А с Доник уже второй раз подряд встает, стоит подумать. Да может он перевязался, морфин. Четыре. А, вон, а с Доник хэдбаг сделал или произошел, потому что у нее не пропала эта штучка, понял? Пропал он. А, все, дверь пропал, да.
Нет, не бан. А чё, убили нуклира, нет? Нет, нет. Нет, нет. Жив. Нуклир, тут конечно, хороший. Ай, не туда, не туда. Ха-ха-ха-ха! Это фашка, блин. Ну всё, Азоник знает дело. Да. Вверх тоже? Гранатка. Только он перед собой. Справа, смотри. Дурачок, справа. Есть, есть. Сейчас гранатку. Есть, молодец. Молодец. Кинул гранат, нет? Не успел. Нет, нет. Нет, не успел. Но анимация была, ты после нее. Да, а где Кит? Кит там своя игра. Так, я гнал этого. Супостата, гнал его и гнал. Если на нас особый спецназ. Или Вествуд выйти из зоны, то будет грейт. Вествуд уехал. Кайф. Куда Кит бежит? У него своя игра, не трогайте пацана, пожалуйста. На каждой игре так играет, вы не заметили? А вот Гонза, кстати, Кит превзошел. Уже не идет ко мне в отряд, он очень этого хотел, но нет. Этот чипец человек взял с респа и пошел на трактор сел. Все ему говорят, идите к своему отделению. Он сел на трактор и стал кататься. Поросенок Петр. Я тебе отвечаю. На базе. Ник просто не соответствует. Так он как раз, он все на трактор решил уйти со стороны. Вот, вот. Все, добили. Чалька. Да. Нуклир. Да. Нуклир, все, руби, Паш. Руби, да. Да сейчас она сама зарубится, подождите. Кстати, мне было уже не важно. Одного. А, Нуклир, слушай, знаешь что? На прошлой миссии. Не допил, я мне. Да, говори. Это, научись, пожалуйста, через Ace меню возможность регулировать дальность, пожалуйста. Не на хочу. Первой части красного рассвета это не чувствовалось, потому что дальность там была маленькая. А тут как бы, ну, просто... А чё, большая? Да, ну, в смысле, для кого-то это нормально. У меня, допустим, на Эмите достаточно лагает. Я хотел бы поменьше себе сделать. Ну, ладно. Ну, тебе помочь, потому что не знаешь, как ты нет, стрелять? Не надо. Или мы там? Так, оружие где? Я одного не убил, да? Кто стрелял по респу красных, а? Троих там или... Нуклир, ты меня убил. Зачем? Гонит машину. Это Паша тебя задавил. Или ты Пача? Да у нас народу мало от ДДС машин. Я задавил? Да, ты кого-то задавил, снайпер Каркарыч вроде. Ну не... я живой, но мне поломали и руки, и ноги. Там, где мы подумаем про... Там, свободный где... выбор. Вверх, okay. Вверх, кстати. А чё за игра? Пожалуйста. Ну сохрани грузовик с пи. Прайсовский. А. Нет, я вижу, что прайс, но блин. Кто стрелял по респу красных? Лучше бы за Лузик поиграли. Кит? Зачем он стрелял? Да, не-не-не. Кто стрелял по респу красных? Скажите. Кит. Кит. Да чё вы скидываетесь на кита? Кит нормальный пацан. Кит! Слушай. Вестус, ты стрелял? Да, я вас попугать стрелял. Ну ты убил. Так. Да хренищу народу. Ну не убил, но меня в несознанку завёл и одного типа убил. Да никого я не убил, ты чего? Расскажи. Ага, да-да-да. Всех пятерых, кого убил, я их только в городе насчитал. Ну, одного ты замаслил, точно, радость моя. Меня ты убил потом уже. Вот. Да. Слышишь, Невл? Да, чего? Воздух, просто поставь респу красных подальше. Ну, понимаешь, мы видели респу. Ну, это неинтересно даже. Когда ты видишь респу, ну, я говорю, пацан, не надо стрелять. И не можешь стрелять, руки чешутся, да, чешутся руки. А у кого-то руки перечесались, он пострелял. И ну, там парочка знаю. Людей 300-е были. Ну, короче, это, блин, я тебе сразу говорил. Фигня это, ну, то, что ага. Респа. Сука, запру вас просто в этой деревне, будете там сидеть, вот. Окей. Просто я говорю... В церкви запри их. Так оно и казалось. И священника выдай. Да, кстати, блин, а чё цивилианов не добавляют каких-нибудь для квестов? Ну, для выполнения заданий. А, мою украл картинку. Квесты. Прайс. Она у тебя кривая, у меня дорога. Я не устану этого говорить. Она у тебя украл кривая, я картинку сделал с картеля. Украл. Господи, какие же стрёмные очки у этой спецуры. Ну, посмотрите направо, блин, у него аж шлем задирается из-за очков. Нет, ну реально, ну... Ну, у него просто лицо всрато, и на очки нормально не вылазит. У левого тоже как бы не супер. Может, он это и болит. Блин, как... Паркинсона? Рожи. Да, у Нилмом? Рожи. Таких спецназ не было. Не, ну знаешь, какая такая есть? Блин, рожи, что? Да не, ужасно. Он просто двачер на самом деле. Двачер? Да. С брифингом или без? Без. Поехали.
Паркинзоны, блин. Дайте минутку тогда. Ну охренеть, а кто баланс самый крупный слот взял? Криса. Баланс, да, 9-10, да, все нормально. Паша, ты не записал это, как ты в бутыре сдох. Астоник. В смысле не записал? Вот все. В смысле не записал? Ты по-любому пососишь сразу, я знаю вот это вот. Да, конечно, я же для этого и взял. Ну, я тогда лутал. Скажи, куда ты идешь, чтобы я тебе сразу лутал потом. Не скажу. У меня запись есть в локальной. Все, стартуем. Я сказал, стартуем. Да. Там, правда, а куда его потом надо будет оттащить? Ой, я почти загрузился. Грузовичок? Вообще, чики-брики, да. Вон, зеленый, видишь, флажок? Бехома. А, понял. Бенома. Вот туда. Конечно, ждем тебя. Ты его сначала возьми, да? Все, понял. Короче, я знаю дефолтное здание, куда я постоянно бегаю и маслю. За это стримишь, да? Мы тоже знаем это здание. Ну, вы меня там ни разу не убивали. Знаешь, не, мы просто с Прайсом тоже в одном здании сидели, нас никогда не маслили, а вот когда так мы сказали, нас вот... Когда зданик? Кто зданик говорит? Азаза. Азаза, Паша. А когда что? А когда мы, короче, там, ну, сказали всем, что вот мы там сидим, никто нас не убивает, все пришли и точно там нас начали мочить. Значит, вы газ говно, короче. Вот это зря. Не знаю, мне не маску нравится. Не выкидывайте, пацаны. Мы а у меня все равно не работает, потому что я тупой. Ну, это не лечится. Нет, лечится почему? Блин, почему все бинты забрали? Что слушай, за медкит все могут пользоваться? Нет, по-моему. КС. Почему не в КС? Почему не КС? Я. Надо фоп найдем. Ну пойдем, сейчас я еще одну знаю, прикольно, пойдем. А что будет, если я у грузовика да. колеса собью? Не собьешь, он гадный мод. ГВМ. Гады моды. Тогда у меня есть идея. Ты знаешь, что ПЗ сделает? Ты залезь к нему в багажник, они пока тупить будут, что происходит. Он закрыт. Я перед ним сейчас сделаю, мне надо ворота открыть. Че, у них есть какая-то снайперка СВД, да, у них не больше? Че у них? СВД, да? Да, сейчас даже сделаю. И хилюк с ДШК. Ну это говно собачье. А, блин. Ну тут вы ничего не убиваете и закрыть, ничего ему не сделать. Вот, а вот, что вы-то вот, закрыто? Вот такая на той стороне самый главный БГИ. Так, сейчас делаемся, сейчас будет. Кто-нибудь что подойдите к машине. К машине а подойдите. Астоник, слышь, ты бы с того здания свалил, его по-любому еще не буду. Я открыл. Вообще мы поближе подойди. Паша, не а надо! Просто побежал уже. А, не работает. Ну, фигово. Мы про стёкла ломаем, вы не волнуйтесь. Ну, мы тут пройти сможем? Саня, вляж закрытую, играем, короче, понял? Хорошо. Я нашел. Теперь закрой только. Чё, иди меня спасать, понял? Ну да, наверное. Вы опять в этом доме селишь? Нет, не в этом, в другом. Я метку поставлю. Поставил. Дурачок, цвет другой. Дай. А, не, не ту поставил, пардон. Вот теперь поставил. Поставь на себя метки, плиз. Не валяш, ну тебе это нахрена, ну, блядь, так понятно, что ты со мной. Так, мы тут это, чисто для гуманности разобьем. Пару стекол, не пугайтесь. Плевать, это самое, пока метку себя поставьте только. Чё-то, по-моему, стреляют, да? Это мы, я же предупредил. Ну там едь чё-то, слышишь? Не? Кажись. Всё, харе. Ещё. На мне стоит метка, там же прайс. Ну, с неваляшкой тоже в одном здании. Я вообще хороший не слышу. Все, это мы. Обычно с юга они едут.
Паш, я помню, там кто-то сидел уже. А с юга едут, с юга, с юга. Ну окей, чё. Да ладно. Да. Они непредсказуемы, не мать. Ой, я даже... А, не, не вижу, показалось, птичка. Ну с юга так с юга, чё. Вот бы со сюда не словить, то дальше не страшно. Вы если кого-то видите, сразу метку ставьте на него. Где же дышикачка? Башершили на юг в этот раз пошла. Я удивлюсь, если они вообще ее не взяли. Там это, ее стрелочка-то хоть можно выбить, не? Конечно. Она же стрелочка. Это обычная открытая. Да я фоль, я про то, что ты говоришь, она неубиваемая. Неубиваемая это, как... Которая с Прагом. А, ну это... Чтобы начали колеса сбивать, там, баррикадировать что-нибудь. Не знаю. Да-да-да. Ну да. Мы еще поэкспериментируем. Собьем колес. Ой, Паша, террорист. Чего, зачем? Другое место, чтобы перекрестную вести. Окей, давай. А чё-то вижу. А где? Где? От моей метки на 200 между ёлок, что-то там пиксели туда-сюда прыгают. Пиксели. Ну, пиксели хантер. Таки где? Да, 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 он побежал. Где? Бежал? Пиксель бежит, пиксель. Лови. На 200 от моей метки, в ёлках две ёлочки такие на холме стоят. Точно метку не дам далеко. А, я понял, короче. Кто честно на юге бегал? Базы бежал на юге дальше. Да, кого-то вот меня кто-то пробежал. Да там наши бегают. Отметки он направо ушел. О, калаш, калаш, калаш. С репетом сваешь или бегаю? Калаш на где-то на западе от репита. Ой, бать. На это... юге, наверное. Это ты, Азоник, да? Звук необычный. Так. О, у меня подсунул 220. Ой, едет, едет, слышь. Где? Почти по мне долго. На юге. А не слышали, они прострелили, короче, здание, где мы сидели, в валях с тобой. Прорыв, прорыв будет. Машины. КамАЗ, КамАЗ едет на свой сторону. Ребят, КамАЗ едет на свой сторону. Они, короче, вышли на востоке, лол. За территорией? Не за знаю, территорией. Судя по там, где они остановились, где-то да, где-то там. Рядом с зданиями, которые трогают. Юго-восток КамАЗ был, ребят. За пригорком. Прага. Калашматы! Долбит по стекляшке. Я вот стекляшку слил.
трассера низко уже. А, лол, тут что, трассеры, бля, я сам забыл. Ну они к входу главному пошли. О, короче, у меня на твоей метке на севере рак. Зоник, посмотри, слышь? От меня на севере. Должен видеть будешь. Вот, слышал я том, по-моему, сразу. На севере от твоей метки. На севере? Мы на севере. Вот, блять, от моей метки на севере, там, на твоей, да-да, где-то там у тебя. У тебя бегает ты. Смотри, давай. Я не вижу, у меня тут прям дерево мешает. Меня ранит. Ну, хз, я сейчас тут вокруг дома. Вау. Да. Я сегодня вот постоянно в кого-нибудь стреляю уже, по-моему, 3 игры, и похер, у меня как будто пули резиновые. Воронов сандалил, похер вообще мороз. Развернулся и пульнул. У меня гранаты так нашли. Шо стрелял, шо не стрелял, вообще без того. Это, наверное, ворон, да, наверное. Да нет, он вряд ли. Да нет, далеко. Он пулял через эту... Хотя, может, он... Или там кого-то убило. Ну, он крови-то истек там, видишь? Да, я в него там прилично так посадил. Очень прилично. Я даже этот не включал. Прицеливание прям так их. Понятно. А у тебя что было из оружия? М-очка. Понятно. Ну, может он там броник у него. Бро, как. Что-то у меня сегодня интернет дропа делает дикий. На Твиче-то? Ну да. Ну ничего, локальная запись. А ты чем пишешь? В смысле, локальную запись? Да. Ну, тем же самым. А, ну ты имеешь... Настройки... Там одновременно можно, да, и... Да. Записывать и... Да ёп! Бывает. Бывает хуже. Очень хуже. Я сегодня прям вот из 3 миссий засада реальная. Mm-hmm. Стрелял, что не так, стрелял. Я хоть кого-нибудь убил? Кто там пошел на прорыв по кустам? Неизвестно. Ворон, может быть. Вот сейчас ворона вяжут, перед ним кто-то в кустах мертвый валяется. Кто это? Да я валяюсь. Че ж ты так нагло попёр? Я нагло попёр, я не нагло попёр. Я нормально. Не, ну, блин, я сидел уже на 2-м этаже дома напротив. Ну, я не знаю, ты это свалил меня или нет? Я тебя свалил. А, ты меня свалил. Либо я, либо ворон. Мне показалось, что всего, ворон. Я, потому что я прям тебе по каске стрелял, а потом еще в куст пошил. Ну, может быть, может быть. Вот, выяснились, какие подробности, ребят. Да, со всех сторон такие ложили. А ты жаловался, что ты не можешь убить. Тебя там вообще нашпиговали.
Уже и шлагбаум сломали. Ирод? Да. Плотно кладет-то. Человек что-то как-то припозднился. По нему не разу. Ох, вау. Ворон, ты как чудесным образом? А, да я не понял это. Я думал, короче, то, что ты там сидишь, потом это, смотрю, ну, вроде никого. Подбегаю к тебе и начинаю просто шить через забор, как бы, может, кого задену, и по мне начинаешь ты стрелять. Как ты выжил, я не понял. Я не знаю. Чувак тоже живой. На Вестуда посмотреть. С лица. На чёчке очень интересно так смотрится. Да. Хорошо. Его сразу свистнул. О, 37 только подходит. Кек. Я подслушал. Кто меня убил через заборчик? С плетом был? А так ты к Саюк подходил или где? Ворон молодец. Из дома. Оп. Творога что ли накормили? Нет, он отползает. Не, вроде как было кровавое пятно по нему. Слышал, он как-то в доме сидел. Так это тип живой или нет, там интересно? Кто? В заводе. Как тебя ворон убили? Дырочки на стенке. Ну, короче, просто прострелом начали бить. Через заборчик. Ага, смотрите, что делает ворог. Он посмотрел на стенке дырки и пытается понять по траектории, как через окно они залетели. И траекторию построят. Круто. Или говорит то, что текстура говно. Да. А будет нет. Еще игра, нет? Ну я-то пойду уже. Там если останутся, кто возьмет отметку, поиграть еще. Он понял, что через это окно бьет. Это Аздоника, чё, 417 шорт дот? Не знаю. Ну, судя по магазину, это 417-й. Ну, точно. Очки 417-й, да. Насколько я помню, так с 417-м только шорт дот идёт. Такая оптика. Одни снайперы остались. А радость все время там сидит? Да, он отдыхает. Я тоже выкинул потом рюкзак, он мешал. Не, радость это самое. Ладно, тогда выкинул.
Давай. Так, сейчас Вест тут может пульку поймать. Прям домик бежит, где там сидит ворок, по-моему. Ворок не идет. Да. Нет, там не валях сидит в этом в амбаре. Я вас задубил уже. Ну. А может ранило? Не, он мертвый. Не, в списке живых да. Его нет. Так, теперь радость будет тащить. И чики. Нету дырки там, нету. Зато есть кусты. А, в окне увидел, наверное, это чики-брик. Проверим. Сейчас радость тоже получит. Угу. Слишком активно бегает. Они там стекла бьют, что ли? Вот спалился сейчас. И я вижу там стопом. Прямо из окна. Вот чики-брики мог насквозь прострелить сейчас дом. Там кто стрелял, в радость. Не Валешку может, врагу может бежать. Кто на прошлой миссии вначале всех поубивал? Неизвестно. Может Вест, есть мнение, что это кит. Слышно? Да-да-да. Да. Ну хотя говорят Вест. Это было не на прошлой. Позапрошлой. Они дом пробежали мимо. Ворот выцеливай. Че-че? Выцеливай. Ну? Ну, спину. Да, я репит убил. Сзади. Сделано! Ай-яй-яй, сделано профессионально. Либо бум может. А кто там такой, блядь? Я так охерел с типа, короче, который у меня под домом бегал, я в него начал с бедра садить. Радость моя. Я охренел вообще реально. 37, он вообще шутник. Давайте что-нибудь еще. А ну, чё, народ, ну, там сами ставьте, а я уже пошел. Всем спасибо. Всем пока. Пока, я тоже там.